Глава восьмая. Гепарды-подкидыши. Меня заранее записали на операцию, самую серьезную. Мне должны были пересадить сухожилие из ноги в поврежденную руку. Операция должна была состояться, как только я приеду. Но, осмотрев мою руку, хирург предписал мне не только предварительную физиотерапию на несколько недель перед операцией, но и настаивал на продолжении лечения в послеоперационный период. А это значило, что я не увижу своих гепардов целых 5 месяцев. Стоит ли говорить, как это меня огорчило? За все эти тягостные месяцы, проведенные в Лондоне, у меня становилось легче на душе только тогда, когда приходили письма от Бена. Он писал, что все идет хорошо. Он сообщал, что Пиппа перестала приходить в лагерь сразу же после моего отъезда и переселилась выше по реке, на равнину Гамбо. Он отыскал там молодых 12 мая, однако они не обратили на его крики никакого внимания. Но все-таки немного погодя, Сомба к нему подошла и очень дружелюбно приняла предложенное ей молоко. Через 2 дня гепардам повезло больше. Они затравили молодого водяного козла. Когда я узнала, что Пиппа с детьми стала так часто убивать добычу, я почувствовала облегчение и гордость за них. Но в какой ужас привело меня известие, что в заповеднике объявилась банда браконьеров, и они уже убили носорога, леопарда и 3 гепардов. Мы давно потеряли след Уайтим, Билли и Тату, и меня преследовал мучительный страх, а вдруг кто-нибудь из них пал жертвой браконьеров. Тут мог очень пригодиться мой метод определения детей Пиппы по пятнышкам у основания хвоста. Я попросила Бена достать, если это окажется возможным, шкуры убитых гепардов. Но вскоре я узнала, что перед самым арестом браконьеры изрезали шкуры. А Пиппе и ее теперешних детях приходили, как и прежде, только утешительные сообщения. Братья души не чаяли друг в друге. Казалось, их водой не разольешь. Тайни был теперь на равных с Бигбоем и почти все время лазил по деревьям. В этом он превзошел даже Сомбу. Она забиралась на деревья не так уж часто, а Бигбой вообще недолюбливал это развлечение. Бигбой стал уже выше Пиппы в холке. Тайни немного до нее не дорос, а Сомба по-прежнему была меньше всех. Семейство проходило в среднем по 2 мили в день и ни разу не оставалось ночевать на одном и том же месте. Несмотря на то, что Пиппа почти все время отдыхала в стороне от молодых, она никогда не бросала их на целый день, насколько можно было судить по следам. 24 августа мужчины нашли молодых гепардов возле дороги, на полпути между нашим лагерем и 5 милей. Через несколько минут показалась Пиппа, а следом за ней шла самка Конгони. Порой антилопа подходила к Пиппе на 5 ярдов, тогда Пиппа ложилась на землю, а Конгони останавливалась. Но стоило Пиппе встать и двинуться навстречу антилопе, как та сразу же отступала на несколько шагов. Это странное церемониальное шествие продолжалось до тех пор, пока вдруг в траве, ярдах 30 от Пиппы, не показался маленький теленок Конгони. Пиппа мгновенно бросилась за ним, и шагов через 60 свалила его ударом лапы по спине. Потом она схватила его за горло и стала душить. На помощь своему малышу пришла мать, и на минуту Бену показалось, что Пиппа вот-вот выпустит теленка. Но Сомби удалось отогнать Конгони. Она еще гнала за антилопой ярдов 300, а с теленком за это время было покончено. Вернувшись, мать поняла, что случилось непоправимое, и не стала вступать в бой. А когда Сомба прогнала ее 2 раз, она больше не вернулась. Пиппа задушила теленка всего за 2 минуты. Вместе с Тайней и Бигбоем она начала пожирать еще трепещущую добычу. Впервые за все время кому-то из нас довелось увидеть, как Пиппа убивает добычу, а молодые помогают ей добиться успеха. Бен потом измерил расстояние, на котором происходила охота. Оказалось, что Пиппа, догоняя теленка, сделала со своего места 60 прыжков, теленок сделал 30. Эта добыча была 6-й по счету за 24 дня. Прошло еще 9 дней, и за это время гепарды 4 раза добывали пищу. Это были 2 молодых водяных козла и антилопа Геренук.
О четвертой же добыче говорили только окровавленные морды гепардов, да их набитые до отказа животы. Но, несмотря на все эти чудесные новости, я чувствовал себя в Англии все хуже и хуже. Я готова была вынести что угодно, но только не лондонскую суету, да еще в летние месяцы. Я ведь привыкла к безграничному простору, к жизни на свежем воздухе. К счастью, потом я поехала в гости к своим близким друзьям, сэр Рэй. Они приняли меня с чудесным гостеприимством, и сад у них оказался великолепный, так что самое тяжкое время они помогли мне перенести спокойно. Мне приходилось каждый день целый час добираться набитым пригородным поездом до Лондона, а там в еще более душном метро до Кенсингтона, где я принимала физиотерапевтические процедуры. Последнюю часть пути до больницы я шла пешком через Гайд-парк, нередко напевая свою маленькую песенку. Я всегда так манила за собой гепардов. «Пиппа, пиппа, пиппаланка и смешные малыши, идем, 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 идем». И мне казалось, что под звуки этой песенки гибкие и стройные животные бегут за мной по пятам. Часто, цепляясь за что попало в набитом до отказа автобусе, я уносилась в мечтах туда, где были мои гепарды. И мне казалось, что я снова чувствую, как их тела дрожат от довольного мурлыканья. Мне было очень интересно узнать, как удалось добиться размножения гепардов в Уипснейдском зоопарке в Бетфордшире. И я поехала туда в первый же свободный день. Животные там содержатся без клеток. Директор зоопарка любезно познакомил меня с записями истории гепарда Хуаниты. Она принесла уже два помета. Из этих записей я узнала, что в первом помете, появившемся в 1967 году, два малыша вскоре погибли от рахита, а оставшийся в живых до сих пор тяжело болел. Второй помет появился на свет в июле 1968 года. Теперь им как раз исполнился год, и все они были в прекрасном состоянии. Я видел этих гепардов. Они сбились в кучку посередине довольно тесного загончика, где росло развесистое дерево, только сучки у него были слишком хлипкие и не могли выдержать вес гепарда. В дальнем углу был деревянный навес и маленький вольер, в котором лежал больной гепард из предыдущего помета. И кроме этой загородки, здесь нельзя было найти ни единого местечка, где удалось бы затаиться или полазить в волю. В этот загон их перевели из более просторного вольера для того, чтобы посетители могли в любое время увидеть гепардов. Я хорошо знала, как много значило для детей Пиппы возможность играть, спокойно отдыхать, укрывшись от чужих глаз, и поэтому задала себе вопрос. Будут ли эти маленькие гепарды впоследствии способны к нормальному размножению? Но тройке гепардов в зоопарке Риджент Парк в самом центре Лондона пришлось гораздо хуже. Каждый из них сидел в крохотном вольере с деревянной конурой в углу, а земля была засыпана гравием. Конечно, так легче поддерживать чистоту, но ведь для гепарда это совершенно неестественная обстановка. Они могли разве что потереться носами через проволочную сетку, или им оставалось разглядывать леопардов, львов и тигров, рассаженных по клеткам напротив. Их разделяла только узкая дорожка, с которой посетителям были видны сразу несколько видов кошачьих. Я заметила, что гепарды с полным равнодушием смотрят на львов и леопардов. И еще раз подумала, какие страдания приходится претерпевать диким животным, чтобы хоть как-то приспособиться к этой неестественной жизни, которая заставила их потерять страх даже перед своими природными врагами. Вечерело, моросил холодный дождь, и одного из гепардов била такая дрожь, что мне стало ясно, дело тут не только в холодной и ненастной погоде. Когда новая туча разразилась ливнем, несчастный гепард продолжал сидеть неподвижно с самым жалким видом, вместо того, чтобы спрятаться в конуру, по примеру своих родичей. Я позвала служителей и спросила, не болен ли этот гепард. Но он ответил, что ничего ему не сделается. Просто он не желает заходить в конуру, потому что, видите ли, ему не по нутру запах прежнего обитателя. Я взглянула на небо. Дождь, конечно, будет лить до утра. И предложила заменить конуру. Но мне объяснили, что ничего нельзя сделать до завтра, пока не придет заведующий. Но я настаивала, чтобы устроили хоть бы временный навес. Пусть больное животное, по крайней мере, укроется от проливного дождя.
и не ушла, пока навес не сделали. Как может гепард чувствовать себя нормально в таких условиях? Где уж тут говорить о спаривании и размножении? Я очень долго беседовала с директором, стараясь особенно подчеркнуть, что свобода передвижения и возможность уединиться для гепардов гораздо важнее, чем для остальных кошачьих. Я сказала ему, что территория Пипа в заповеднике Меру занимает 63 квадратные мили, и она бродит повсюду, как ей вздумается, вместе со своими детьми. Ни один зоопарк не сможет предоставить гепарду достаточно просторный вольер. Открывать двери от посетителей — это уж никак не вяжется с назначением зоопарка. Так что если терять время, средства и труды, пытаясь разводить гепардов в неволе? Ведь в любом случае это будут только новые экспонаты или живые игрушки. Если эти животные, которых так легко травмировать, прекрасно размножаются в естественных условиях. Пиппа доказала, что это вполне реально. К этому времени она уже принесла за 4 раза 15 детенышей, и 6 из них выжили. А Пиппе было всего 5 лет, и если учесть, что средняя продолжительность жизни гепарда 15 лет, можно предполагать, что число ее выживших детенышей будет в 3 раза больше, 18. И все они тоже будут размножаться, так что заросли будут населены новыми, рожденными на свободе гепардами. И еще я внушала ему, что медлить нельзя. В списке животных, которым угрожает вымирание, гепард стоит на 2-м месте. И совершенно необходимо, не теряя времени, обеспечить разведение гепардов там, где они еще могут размножаться. Я побывала и в Норфолкском парке дикой природы, где Питеру Уэйру удалось добиться размножения фазанов, европейской рыси и других животных. Он занимает пост председателя Комитета охраны природы и размножение диких животных в Великобритании и Ирландии, и с интересом относится к любому методу, который обеспечил бы спасение исчезающих видов. От него я узнала, что хотя общество и поставило своей целью разводить исчезающие виды животных в их естественных местообитаниях, пока удачный результат получен только с европейским филином. Этих птиц реакклиматизировали в ФРГ и Швеции, где они уже перестали встречаться. Он считал, что все попытки размножать в естественных условиях хищных млекопитающих, в особенности крупных африканских кошачьих, все еще относятся к разряду утопий. Тогда я напомнила ему, что Эльса и Пиппа уже доказали, что такой утопический идеал вполне может превратиться в действительность, и добавила, что раз уж самых крупных кошек можно сохранить таким путем, то спасти остальных животных, находящихся на грани вымирания, будет не так уж трудно. Конечно, если найти необходимые средства и людей, готовых посвятить себя этому делу. Я все больше убеждалась в том, что этот новый метод разведения животных, которым угрожает истребление в естественных условиях, нужно широко распространить и как можно скорее ввести в практику. Тем более обидно мне было терять столько времени в Англии, ведь из моей жизни выпадали самые важные месяцы из всех, которые я могла провести рядом с Пиппой и ее детьми. Мне было особенно интересно узнать, уйдут ли оба самца от Пиппы раньше, чем Сомба, и будут ли они привлекать друг друга как партнеры для спаривания. Мне предстояла чрезвычайно серьезная операция. Тут требовалось виртуозное мастерство самого блестящего хирурга в этой области. А пока что я лежала в больнице, и однажды сиделка принесла мне каталог рекламы выставки моих рисунков, изображающих африканцев в Кении в народных костюмах. Для меня это было приятным сюрпризом. Как только мне разрешили выходить, я побывала на выставке, и весь месяц, пока она была открыта, по мере сил участвовала в работе, чтобы обеспечить ей успех. Одновременно с выставкой увидела свет и моя книга о Пиппе «Пятнистый сфинкс». Я с радостью помогала организовать ее распространение, хотя мне почти ежедневно приходилось давать интервью, выступать по радио или по телевидению. Я работала также над книгой для детей «Гепард Пиппа и ее дети» и вела переговоры с разными кинокомпаниями. Нужно было составить телевизионную программу из того огромного киноматериала, который скопился у меня за 4 года, проведенные рядом с гепардами. Единственное, что заставило меня заниматься всем этим, необходимость поддержать фонд Эльсы по охране диких животных.
Все мои заработки предназначались на это. Кроме того, я встречалась с моими поверенными в Лондоне и вела переписку с дирекцией фонда Эльса в Соединенных Штатах Америки. Дело у меня было по горло, вполне достаточно, чтобы загрузить меня до самого октября, до тех пор, пока по планам врача мое лечение не будет закончено. Глава 9. Пиппа между жизнью и смертью. Бурная деятельность не помогала. Грызущее беспокойство о Пиппе и ее детях стало в конце концов совершенно непереносимым. И я, махнув рукой на всякое лечение и отменив все назначенные встречи, первым попавшимся самолетом вылетела в Кению. 4 сентября я была уже в Найроби. Мне пришлось прождать там еще 3 дня. Я вся извелась, пока, наконец, Бен не приехал за мной. Он сказал, что гепарды куда-то пропали, и, судя по следам, Пиппа бросила своих детей, так что, прежде чем ехать в Найроби, ему хотелось разыскать все семейство. Как только мы добрались до лагеря, это было 11 сентября, мы тут же без промедления выехали на поиски гепардов. Лакаль видел их в это утро. Но мне пришлось набраться терпения до следующего утра. Только тогда я увидела Пиппу. Она шла со стороны равнины Гамбо к дороге возле новой конторы. Когда я подошла к ней поближе, она сразу же замурлыкала, стала лизать мне руки, тереться о меня своей шелковистой головой. Я чувствовала, что она счастлива не меньше, чем я. Тем временем подоспели и молодые. Они так выросли, что я даже не сразу разобралась, где кто. Все они выглядели великолепно. Биг Бой и Тайни стали намного крупнее Пиппы и Сомбы, а Сомба сравнялась с Пиппой. Все они проявляли интерес ко мне, но держались поодаль и немедленно ускользали, когда замечали малейшее движение в их сторону. Я попросила Бена доставить из лагеря мясо и молоко и пошла вместе с гепардами к поваленному дереву в нескольких сотнях ярдов от дороги. Молодые немедленно взяли дерево штурмом, пытаясь столкнуть друг друга с самых удобных сучьев, а мы с Пиппой уселись рядом внизу. Я ласкала ее, а она все мурлыкала и мурлыкала, и мы обе позабыли 4 долгих месяца нашей разлуки. Но зато Сомба ничего не забыла. Украдкой она стала подбираться к нам поближе и, наконец, села рядом с Пиппой с другой стороны, так же близко, как сидела я. Я гладила Пиппу отчасти для того, чтобы Сомба поняла, что я не опасна для ее матери. Мурлыканье Пиппы должно было убедить ее в этом. Мало-помалу Сомба придвинулась так близко, что, гладя Пиппу, я не могла не гладить и ее. Она делала вид, что я ей совершенно безразлична, но вместе с тем все-таки старалась подружиться со мной. Биг Бой и Тайни тоже улеглись рядом. Тайни мурлыкал и долго смотрел на меня своими темными ласковыми глазами. Однако стоило мне протянуть руку, как он тут же откатился подальше, чтобы я не смогла до него достать. Биг Бой принимал мои ласки довольно равнодушно. Мурлыкать он не собирался. Так мы и сидели все вместе, довольные и счастливые. Меня переполняла глубокая радость. О такой чудесной встрече можно было только мечтать. Пришел Бен с припасами. Молодые чуть не вышибли у меня из рук бидон, когда я собиралась налить в миску молока. Должно быть, они ужасно хотели пить. Сомба и Тайни моментально засунули голову в самую миску и оттерли Пиппу и Биг Боя, так что им пришлось лакать из другой миски. От последней козы осталось очень мало мяса, да и то сильно попахивало. Но это не остановило гепардов. Они съели все до последнего кусочка и недвусмысленно требовали добавки. Так что Бену пришлось отправиться за новой козой. Он предупредил меня, что вернется не скоро. С 1 октября он по настоянию директора заповедника перевел наше стадо из Кенмера к дому Лакаля за пределами парка. Это было от нас в 22 милях, так что доставать мясо в то время, когда оно было нужно, стало непросто. Когда Бен ушел, молодые начали резвиться. Они носились друг за другом по недавно выезженной равнине и подняли такие тучи пыли и пепла, что фотографировать их было невозможно.
Мне захотелось посидеть рядом с Пиппой. Она лежала невдалеке под деревом, но при моем приближении она встала, позвала детей и вместе с ними пошла обратно, в ту сторону, откуда они пришли. Я провожала их взглядом и вдруг заметила, что Пиппа слегка прихрамывает. Бен уехал за козой на нашем лендровере, так что нам с Локалем оставалось только пройти 3 мили до дому пешком. Близился полдень, стало очень жарко. Когда мы протащились примерно с милю, я увидела в бинокль наше семейство. Гепарды разлеглись под кустом, время от времени облизывая друг друга. Они перекатывались на спину, раскинув лапы, чтобы не упустить ни малейшего дуновения ветерка в этом палящем зное. Мне до смерти хотелось остаться с ними на весь день, но я боялась рисковать. А вдруг, если мы подойдем, они увяжутся за нами в лагерь? Пришлось поступить так, как было лучше для гепардов. И мы сделали солидный крюк, непрестанно оглядываясь, не крадутся ли за нами гепарды. Но, к счастью, их совершенно разморило, и они предпочли подремать на месте. К Ленчу мы добрались до лагеря. Там меня ждал с печальными новостями Джордж. Он уже писал мне, что у него произошло несколько столкновений с администрацией парка из-за львов. И вот теперь ему приказали ликвидировать свой лагерь. Само по себе это было достаточно неприятно, но нас очень тревожила судьба Сэнди. Несколько раз малышку видели вместе с Прайдом Джорджа, но время от времени она, изголодавшись, приходила в лагерь. Сэнди было всего полгода. В таком возрасте, если ее бросить на произвол судьбы, она обязательно погибнет. Джордж хотел хотя бы издали следить за ней и попросил разрешения у директора переехать в мой лагерь, чтобы оставаться в парке на правах туриста. И вот теперь он ждал ответа директора. Он так тревожился за Сэнди, что даже не встретил меня в Найроби, да и сейчас сидел как на иголках. Ему нужно было поскорее вернуться домой на тот случай, если Сэнди опять зайдет в лагерь. Сразу же после отъезда Джорджа появился Бен. Он привез козу и еще одну новость. Жена Локаля, которая обычно пасла коз, серьезно заболела, и ее нужно доставить в больницу. Кроме Бена, отвезти ее туда было некому, так что я позволила ему и Локале немедленно отправиться с ней в больницу миссии, чтобы успеть обратно до темноты. Больница была высоко в холмах Джон Бенни. Как ни печально, но это значило, что сегодня Пиппа с детьми останется голодной. Слишком уж рискованно нам со Стэнли бродить по зарослям без винтовки. А разрешение на пользование оружием было только у Бена и Локаля. Но по дороге к лагерю мы видели несколько стад газелей Гранта и водяных козлов, и можно было надеяться, что гепарды найдут себе добычу, если очень проголодаются. Ранним утром на следующий день мы вернулись туда, где оставили гепардов, но не нашли никаких следов. Грифов, которые могли бы привести нас к их добыче, тоже нигде не было. Еще 2 дня мы продолжали безуспешные поиски, но наше семейство как в воду кануло. 15 сентября Бен поехал ремонтировать лендровер в Меру, и я снова осталась одна в лагере. Я окончательно вымоталась после долгой ходьбы по жаре в поисках гепардов и налила себе немного вермута, чтобы отметить этот день, день выхода в свет книги о Пиппе. Но где же мой пятнистый сфинкс? Как будто бы не было особых причин расстраиваться. Не так уж редко наше семейство пропадало на несколько дней, но на этот раз меня не оставляло предчувствие беды. Как только Бен вернулся, мы разбились на 2 пары, чтобы обыскать как можно большую территорию. Бен с винтовкой сопровождал Стэнли, а вооруженный Локаль пошел на поиски со мной. С рассвета до темноты мы обшарили все места, где могли оказаться гепарды, и не находили даже их следов. Только один раз Бен увидел очень темного гепарда на дороге между лагерем и 5-й милей. По описанию он был похож на супруга Пиппы. Он не появлялся в этих краях с тех пор, как стал отцом теперешних детей Пиппы, и я подумала, что, может быть, они с Пиппой снова вместе. Джордж обещал помочь нам выследить гепардов, и на следующий день к Ленчу мы поехали в его лагерь. По дороге мы заметили несколько бабуинов.
Забравшись на верхушку сухого дерева, они что-то разглядывали внизу на земле. Мне это показалось подозрительным. С чего бы им сидеть в самую жару на дереве без единого листочка? Я подвела машину поближе и увидела под деревом львицу с мертвым бабуином в когтях. Должно быть, она только что убила его и даже не успела начать есть. Чтобы избавить попавших в безвыходное положение бабуидов от мрачного зрелища, вряд ли им приятно видеть, как у них на глазах пожирают их товарищи, я направила машину прямо на львицу. Львица тут же схватила добычу и, пропустив ее между передними лапами, поволокла к реке. Бабуины моментально скатились с дерева и помчались прочь, а там к ним присоединились остальные, взиравшие на происходящее издали. На следующий день к вечеру мы наткнулись на след одинокого гепарда на дороге в Кенмер, в полумиле от моего лагеря. Возможно, что это был след Пиппы. Он повернул к реке, и тут мы снова потеряли его в дремучих прибрежных зарослях. С рассвета на другой день Бен и Локаль пошли по этому следу. Я на всякий случай осталась в лагере, а вдруг придет Пиппа. Вскоре Бен прибежал обратно, едва переводя дыхание. Он нашел Пиппу всего в 300 ярдах от лагеря. Она лежала под деревом со сломанной лапой. Я поспешила за ним и увидела, что Пиппа ковыляет в сторону на 3 ногах, а левая передняя лапа от самого плеча болтается, как тряпичная. Она падала на землю через каждые несколько ярдов, с трудом поднималась и снова тащилась дальше, а потом снова падала. Так она доползла до дерева, под которым был зарыт ее погибший детеныш. Там она и свалилась, совершенно обессиленная. Я сразу же дала ей молока, единственное, что было у нас в лагере, и она выпила все, не отрываясь. Она ужасно отощала, и было сразу видно, что ей очень худо. Я послала Бена за козой, попросила его по дороге заехать в скалу леопарда и попытаться вызвать по радио ветеринара. Харторны были в отъезде, в Южной Африке, но оставалось еще 2 ветеринара, которых мне рекомендовал Тони. Я надеялась, что кто-нибудь из них согласится приехать, несмотря на то, что все это случилось в воскресенье. Потом я попробовала заманить Пиппу в вольер Уайти, показав ей корзинку с мясом. Она доверчиво заковыляла следом. Прибегать к такому трюку мне было невыносимо тяжело, но было совершенно необходимо как можно скорее поместить ее в безопасное место. Мне хотелось утешить Пиппу, и я начала ее гладить, но на каждое мое прикосновение она отвечала рычанием. Я видела, что ее мучает сильная боль. Она пропадала целых 9 дней, и, наверное, по крайней мере, недели у нее крошки во рту не было, иначе она не дошла бы до такого истощения. Если бы несчастье случилось с ней неподалеку от лагеря, мы обязательно встретили бы следы молодых. Мне страшно было подумать, что Пиппа попала в беду далеко отсюда, и, бедняга, какие ужасные мучения она перенесла, пока добралась до лагеря, чтобы мы ей помогли. Тут подоспел Бен с козой, и мы дали Пиппе грудинку. Она проглотила мясо с такой жадностью, что тут же снова все отрыгнуло. Силы ее были исчерпаны. Она была так разбита и измучена, что сразу же заснула. Добиться связи по радио Бену не удалось, поэтому мы решили, что он немедленно поедет в Найроби и приведет ветеринара. Мне не хотелось посылать его на своей единственной машине, она могла срочно понадобиться. Я надеялась, что Джордж одолжит нам 1 лендровер, у него их было 3. Мы договорились, что за то время, пока я съезжу к Джорджу за машиной, Бен и Локаль отправятся искать молодых и пройдут по следу Пиппы. Следов молодых они, к несчастью, не нашли. А след Пиппы шел с той равнины, где она некогда произвела на свет Уайти, Билли и Тату. Это было 3 миль от лагеря. А потом он вел еще дальше, в кольцевой дороге вдоль Муреры. Около 5 Бен выехал в Найроби. Я рассчитала, что он будет там к полуночи, если ничто не помешает. Весь конец дня я провела возле Пиппы, все время давая ей маленькие кусочки мяса, но она очень ослабела и почти непрерывно спала. Вечером приехал директор, и мы стали думать, как лучше поступить.
Еще какое-то время Пиппа будет нуждаться в помощи. Я знала, что Тони Хартон принципиально против того, чтобы дикое животное лишали привычной обстановки, разве что в самом крайнем случае. Уже не один раз мы убеждали, что необходимость приспосабливаться к незнакомой обстановке настолько подрывает силы животного, что никакая врачебная помощь не сможет это компенсировать. Но директор и слышать не хотел о том, чтобы больное животное оставалось в заповеднике, безразлично на какой срок. Ну что же мне было делать? Я не спала всю ночь, прислушиваясь к малейшему шороху в вольере, где лежала Пиппа. Вдруг кто-то фыркнул. Я выбежала из хижины с фонарем и увидела, что на противоположном берегу речки пасется буйвол. Яркий свет ударил ему в глаза, и он с громким топотом убежал в темноту. Вскоре я услышал тихий стон Пиппы. Она издавала эти звуки, когда беспокоилась за детенышей. Мне хотелось увидеть их хоть краешком глаза, и я снова выскочила и стала обшаривать все вокруг лучом фонаря, но никого не было. Как только расцвело, я послала Локаля разыскивать следы гепардов. Он обнаружил, что они ночевали совсем недалеко от того места, где пасся буйвол. Их следы вели к акации добычи и дальше на равнину, а потом потерялись. Очевидно, Пиппа позвала молодых, когда их напугал буйвол, которого я спугнула ярким лучом фонаря. Локаль снова отправился искать молодых. А я сидела с Пиппой в ожидании ветеринара. Я подумала, что, возможно, ему придется осматривать ее под наркозом, и поэтому почти не кормила ее, хотя она была очень голодна. Она не хотела, чтобы я садилась слишком близко, еще один признак того, что она серьезно больна. Я поняла, что она хочет, чтобы ее оставили в покое, устроилась по другую сторону сетки вольера и печатала письма, чтобы у меня был предлог оставаться все время поблизости и в то же время не беспокоить ее своим вниманием. Вспоминая, что Пиппа немного хромала 9 дней назад, я ругала себя за то, что не отнесла ей мясо вечером в тот же день, ведь этим я вынудила ее отправиться на охоту за дичью, быть может, слишком для нее сильной. Повыше локтя кожа у нее на лапе была содрана, вероятно, это след от удара копытом. Меня уже давно беспокоило ее пристрастие к водяным козлам. Их полным-полно в наших местах, но взрослые животные — слишком крупная дичь для гепарда. И вот теперь хватит ли сил вынести это. Пиппа лежала передо мной так страшно искалеченная, а мысли о том, что ждет ее несчастных детенышей, мучили меня неотступно. С каким облегчением я встретила Джорджа. Он приехал, чтобы утешить меня и помочь Локале найти молодых гепардов. В 3 часа дня в Кенмере приземлился самолет с летчиком, Беном и ветеринаром на борту. Я поехала за ними, а тем временем Джордж возвратился в лагерь, так и не разыскав гепардов. Я видела, что Пиппа с самого утра очень раздражена, и сомневалась, что доктору удастся осмотреть ее без наркоза. Но тревоги мои оказались напрасными. Она позволила ему осматривать себя без малейшего сопротивления. Точно так же она отнеслась к ветеринару 2 года назад. Она разрешила ему проделывать с ней все, что угодно, хотя видела его впервые. Я убеждена, и в том, и в другом случае она понимала, что эти незнакомые люди хотят ей помочь. Врач изрек суровый приговор. Очевидно, лапа была сломана пониже локтя. И перелом был таким тяжелым, что ветеринар хотел немедленно усыпить Пиппу. Я умоляла его дать мне возможность попытаться спасти ее. С большим трудом он согласился на мои уговоры, но потребовал, чтобы ее тут же отправили в Найроби, сделать рентгеновский снимок и, может быть, провести лечение. Готовясь впрыснуть Пиппе снотворное перед полетом, он попросил меня подписать документ, в котором оговаривалось его право уничтожить ее, если он сочтет это нужным. Выхода у меня не было. Речь шла о спасении жизни Пиппы, но я едва не потеряла сознание. Врач впрыснул снотворное из расчета на вес 100 фунтов. Оно мгновенно подействовало. Затем он связал ей лапы и надел такой тугой намордник, что у Пиппы начались судороги. Я боялась, что в припадке она может прокусить язык, и умоляла ветеринара хоть чуть-чуть ослабить веревку,
Но он оставался непреклонным. Однажды гепард уже вцепился в него, и как раз в таких же обстоятельствах. Я собиралась лететь с Пиппой в Найроби, но врач распорядился, чтобы я осталась, и взял Бена. Самолет вылетел обратно в 17:00, но мы успели договориться, что я с Джорджем сразу же поеду в Найроби и останусь там с Пиппой, а Бен на лендровере Джорджа вернется на следующее утро и будет заботиться о молодых гепардах, пока я не вернусь. У меня всегда щемило сердце, когда я смотрела, как самолет с больным животным на борту исчезает в бескрайнем небе. На этот раз мне показалось, что я теряю последние капли крови, но нельзя было медлить ни минуты, и я стала собираться, чтобы выехать как можно скорее. Однако Джордж беспокоился о Сэнди и не хотел выезжать до завтрашнего утра. Я переночевала в его лагере, и с рассветом мы отправились в путь. По дороге мы встретили Бена, он ехал обратно. Он сказал нам, что Пиппу привезли в очень плохом состоянии, и врач сам не знал, выживет ли она. Он взвесил ее, и оказалось, что она весит всего 71 фунт, а не 100, как положено здоровому гепарду. Неудивительно, что Пиппа так резко реагировала на слишком сильную дозу лекарства. В больнице ветеринар сделал ей прививку от кошачьей чумки и положил сломанную лапу в гипс. Пиппу устроили на подстилке из сена, она отлежалась и немного пришла в себя. Бен видел ее утром, и ему показалось, что ей стало лучше. Я очень обрадовалась и на прощание попросила его писать мне о наших гепардах все новости каждый день. В 3 часа дня я уже была рядом с Пиппой в больничном отделении приюта для животных. Она еще не очнулась от наркоза, и лапа у нее до самого плеча была в гипсе. Она занимала клетку размером примерно 5 на 8 футов. Рядом в такой же клетке сидели 4 гепарда, а в другой — молодой дукер. Напротив была клетка побольше, в которой сидели еще 5 маленьких гепардов. Эти 9 детенышей остались без родителей. Люди их подобрали и поместили сюда для наблюдения, предварительно сделав прививку от кошачьей чумки. Было там еще 5 львят с облезлыми шкурками. Их тоже, видимо, забросила мать. Все животные находились в старом помещении приюта, который превратили в больницу для животных после постройки нового, более комфортабельного здания. И больница, и приют принадлежали управлению национальными парками Кении. Здания находились по обе стороны от ворот. Посетителям охотно разрешали посещать новый приют, где держали животных перед тем, как их выпустить. Но им было строго запрещено беспокоить больных животных на открытых выгулах за старой территорией приюта, или тем более переступать порог больницы. Мы зашли к директору национальных парков Кении. Это был Перес Олиндо, мой старый друг. Узнав о беде, которая случилась с Пиппой, он выразил глубокое сочувствие и предложил нам свою помощь. Мы были достаточно хорошо знакомы и с директором приюта Джулианом Тонгом, и я решила попросить его и его жену принять меня в свой дом с уплатой за пансион, чтобы я могла жить как можно ближе к Пиппе. Они любезно согласились на это, и прежде чем Джордж уехал обратно в Меру, я уже устроилась в их доме в нескольких милях от приюта. На следующее утро Пиппа все еще была сонной, но не настолько, чтобы ее не выводил из себя гипсовый чулок. Пытаясь стряхнуть с себя этот сковывающий груз, она резко бросалась из стороны в сторону, прыгала на стену, потом летела с высоты и грохалась на пол так неловко, что я приходила в ужас. Казалось, она вот-вот сломает себе шею. В этой крохотной клетке я не могла ее успокоить, особенно когда она впала в такое неистовство. И меня очень обрадовал ветеринар. Он сказал, что Пиппу переведут в более просторную клетку, ту, где сидели 5 маленьких гепардов. Джулиан был так добр, что помог начисто выскрести все помещение и договорился, что не будет недостатка в сене, чтобы Пиппа всегда была удобно устроена. Ветеринар предупредил, что ей придется лежать в гипсе самые меньшие 3 недели, а еще 3 недели придется провести в клетке, чтобы лапа окрепла.
Все это время с нее нельзя спускать глаз. Каждые 2 часа ее нужно переворачивать, чтобы у нее не развилось воспаление легких. А кроме того, кто-то должен заботиться о том, чтобы она была укрыта в прохладные ночи, и о том, чтобы клетка содержалась в безукоризненной чистоте. Принимая во внимание все это, мы решили, что я буду спать возле Пиппы не только для того, чтобы ухаживать за ней днем и ночью, но и потому, что ей было очень важно, чтобы в эти тревожные дни в незнакомом месте с ней рядом был кто-то из своих. Мы обеспечили доставку мяса, яиц, молока, достали глюкозы и витаминов, не считая лекарств, которые ежедневно приносил ветеринар. Джулиан был очень внимателен. Он принес мне тюфяк и постель, сказал, что будет каждое утро доставлять завтрак, и предложил мне в середине дня, когда Пиппа спала, принимать ванну у него в доме. Приходилось все время давать ей снотворное, чтобы она не металась и чтобы хоть немного облегчить боль. Температура у нее все еще держалась, а нос был холодный, как лед, и питалась она только глюкозой, яйцами и молоком. Я купила для нее 2 полотняные простыни и стирала каждую простыню, как только она пачкалась, а сено меняла, чтобы в клетке Пиппы не было ни блох, ни тяжелого запаха. Еще я купила маленький складной столик и стул и печатала письма, сидя рядом с ее клеткой, когда она спала. В первые дни я почти постоянно следила, чтобы она не начала рваться, стараясь освободиться от докучливого гипса, и то и дело мне приходилось держать ее. Каждый раз, когда эта борьба кончалась, Пиппа лизала мне руки. Те самые руки, которые только что крепко прижимали ее к земле, чтобы она себе не повредила. Казалось, она благодарит меня за помощь. Иногда она даже мурлыкала, когда доктор возился с ней. Он приходил 2 раза в день. Как только ей стало немного легче, она стала откликаться на чириканье маленьких гепардов, которые все еще звали свою мать. Я отдала бы что угодно, только бы знать, о чем они там переговариваются. Было совершенно очевидно, что они утешают друг друга, хотя малыши не могли видеть Пиппу. Однажды она встала лапами на подоконник и увидела за стеклом пару медведей, которых держали на выгоне напротив больницы. Это были единственные чужаки среди африканских животных, и она наблюдала за ними с живейшим интересом. С тех пор мне пришлось каждое утро помогать ей вставать на задние лапы, чтобы она не повредила больную переднюю, и она подолгу не сводила глаз с мишек. Через 4 дня температура у нее упала. Ела она отлично, мурлыкала, когда я ее кормила, и часто тихонько приговаривала «ням-ням-ням». Раньше эти звуки произносила только Уайти, когда ей уж очень нравилась еда. И это было как раз тогда, когда она тоже сидела в клетке со сломанной лапой. Состояние Пиппы настолько изменилось к лучшему, что врач решил спокойно уехать на 2 выходных дня, хотя на всякий случай дал мне адрес другого ветеринара. На следующее утро Пиппа беспокойно металась. Она непрерывно лизала верхний край гипсовой повязки, и мне никак не удавалось перевернуть ее. Она хотела, чтобы сломанная лапа обязательно была сверху. Я измерила ей температуру — 40. Я встревожилась и вызвала ветеринара. Он в 10 часов утра впрыснул ей антибиотик и сказал, чтобы я вызвала его, если температура поднимется. Однако он предупредил, что будет свободен только до ленча. В 3 часа дня температура у Пиппы подскочила до 41. Но, на наше счастье, как раз в это время в больницу пришел навестить больных животных ветеринарный фармаколог, которого я хорошо знала. Он понюхал лапу Пиппы. Запах был тяжелый. Потом он надавил на гипс, и из-под него стал просачиваться гной. Он был так добр, что принялся обзванивать всех ветеринаров в округе, но было воскресенье, и только в 5 часов он, наконец, застал одного из врачей дома. Этот ветеринар приехал одновременно с нашим лечащим врачом. Тот вернулся из своей воскресной поездки раньше назначенного времени. Усыпив Пиппу, ветеринары сняли гипс. От локтя до кончиков пальцев вся нога была поражена гангреной, и в том месте, где край гипса врезался Пиппе в плечо,
когда она старалась его сбросить, зияла большая дыра, полная гноя. Кое-где лапа была еще покрыта волосами, но они отставали, как вата, при самом легком прикосновении. Оба врача считали, что положение безнадежное. Кровообращение нарушено, лапа омертвела. Не пройдет и 3 дней, как мясо отвалится, а кости начнут гнить. Оба считали, что ее нужно немедленно усыпить. В ужасе я потребовала, чтобы вызвали для консультации 3-го ветеринара. А он мог прийти только утром, на другой день. Все время Пиппу держали под наркозом и вводили ей антибиотики. Но, несмотря на это, ночь прошла очень плохо, и я 4 раза меняла повязку. Все мои надежды были связаны теперь с 4-м ветеринаром. Он появился около полудня, внимательно осмотрел Пиппу и сказал, что лапу, пожалуй, можно спасти, но предупредил меня, что Пиппа может навсегда остаться калекой. Мне приходилось видеть некоторых животных, в том числе и хищников, которые выживали на свободе, потеряв 1 лапу или глаз. Что же, пусть Пиппа никогда больше не сможет охотиться. Она окажет мне неоценимую помощь в работе. Станет посредницей между мной и гепардами, которых я собираюсь выпускать на свободу. И, может быть, она проживет почти на свободе еще 10 лет. Посоветовавшись с 1-м ветеринаром, 2 из них условились, что будут работать вместе. Самый первый будет приходить по утрам, а 4-й и последний — поближе к вечеру. Они решили обмениваться записками, чтобы знать, какое проводится лечение. 4-й ветеринар приступил после этого к перевязке, наложил повязку с фуроциновой мазью и прописал каолиновые компрессы, чтобы прекратить распространение гангрены. Все это превратилось в мрачный ритуал. Первый врач приходил утром, осматривал рану и давал Пиппе снотворное на весь день. Я была очень благодарна ему за помощь. Оставлять в живых такое искалеченное животное, как Пиппа, не входило в его правила. Но все же его пессимизм очень меня угнетал. После его посещения я начинала кормить Пиппу сырым мясом, яйцами и молоком. Каждые 10 минут согревать компрессы и менять повязку. То и дело вводила ей при помощи шприца или клизм раствор глюкозы с солью. Надо было бороться с обезвоживанием организма. Кипятила шприц, непрерывно стирала простыни и чистила клетку. В недолгие перерывы я сидела возле Пиппы, гладила ее или чистила щеткой. Это ей всегда очень нравилось. Иногда у нее внезапно вырывался душераздирающий стон. Она звала своих детей. Иногда ее глаза с расширенными зрачками впивались в меня, но и в этом полубессознательном состоянии она узнавала меня и успокаивалась. После 5 часов приходил 4-й ветеринар, делал ей перевязку, проверял, как работает сердце, и давал снотворное на ночь. Он так же, как и я, верил, что Пиппа выздоровеет. Мы оба надеялись, что сумеем вытащить ее из этого тяжелого кризиса. Нам помогут и ее изумительная выносливость, и лучшие современные лекарства. Но иногда выпадали очень тяжелые ночи. Моя постель была на полу, как и ложе Пиппы, и до меня доносился даже самый слабый стон. После этого часто наступали конвульсии, сотрясавшие ее тело до полного изнеможения. Несмотря на то, что я придерживала ее, стараясь противодействовать судороге, пробегавшей по всему телу от головы до хвоста, я чувствую эту волну под своими руками, она все-таки часто во время припадков срывала повязку, и мне нужно было как можно скорее продезинфицировать раны и снова сделать перевязку. Когда же ей выпадали такие редкие теперь часы спокойствия, уснуть было все равно совершенно невозможно. Больные животные в соседних клетках жалобно кричали. Я лежала без сна, дожидаясь крика петуха. Он звучал обычно в 5 утра, и немного спустя я слышала стук в дверь. Работники госпиталя готовы были приступить к обычной работе. Долгими бессонными ночами я думала о том, как выразить благодарность всем этим людям, которые так много помогали Пиппе, как мне отблагодарить их за то, что они позволили мне оставаться рядом с ней и днем, и ночью.
Мне пришлось пользоваться здешней аптечкой. Я заметила, насколько она скудна, поэтому я решила основать фонд и дать ему имя Пиппы, чтобы на эти средства обеспечить лекарствами больницу и лечение зверей в зарослях, если это понадобится. Нужно было обсудить этот вопрос с доверенными лицами, ответственными за фонд Эльсы. И я заранее решила заняться этим, как только представится возможность. Видеть страдания животных всегда было для меня настоящей пыткой. Но сейчас эта мука стала невыносимой. Страх за жизнь Пиппы как будто обнажил все мои нервы, и они были напряжены до предела. Особенно тяжело было слышать, как кричал от боли один маленький львенок. Мне казалось, что еще немного я не выдержу. Ночь за ночью я видела, как он все кружится и кружится по клетке с опущенной головой, пока не свалится, не зароется мордочкой в стену, да так, что едва не задыхается. В те редкие минуты, когда Пиппе становилось легче, я брала несчастного малыша на колени и старалась хоть как-то утешить его. 4 ночи бедное маленькое существо мучилось, борясь со смертью, а потом его не стало. С какой горечью я смотрела вслед людям, выносившим мертвого львенка, а вместе с ним маленького дукера, ридбака и 2 гепардов. Все они погибли в эту же ночь. Но хотя эти ужасные случаи переворачивали мне душу, я все больше и больше верила в то, что Пиппа выживет. Я видела, что она ест с аппетитом. Рана ее становилась все чище и больше не пахла, и даже кровообращение восстановилось почти во всей лапе. Видеть, как день ото дня ей становится лучше, это было похоже на чудо. Только бы кости остались здоровыми, только бы сердце выдержало огромные дозы снотворного, и она спасена. И чем лучше она себя чувствовала, тем труднее мне было понять нашего первого ветеринара. Он, как и раньше, считал, что я не имею права настаивать на том, чтобы Пиппа оставалась в живых, что это чистейший эгоизм, если не проявление садизма и жестокости. Он был уверен, что всякое лечение — напрасная потеря времени, и недавно наотрез отказался мерить Пиппе температуру, все равно, мол, она скоро подохнет. Но как ни тягостны были для меня его визиты, он все же заходил по утрам, потому что второй ветеринар был слишком занят, чтобы 2 раза в день ездить в больницу за 8 миль и давать Пиппе снотворное по утрам. Тем временем известие о несчастье с Пиппой уже распространилось, и нас стали навещать друзья. Они предлагали посидеть с Пиппой, чтобы я могла лишний раз принять ванну. Они одолжили мне свою машину, и теперь можно было ездить на ней в дом Джулиана, и вообще они старались скрасить мое существование. Навезли мне посуды и все время приносили всякие вкусные вещи. У меня появилось множество новых друзей, и среди них Лью Херкстал, студент-зоолог из Соединенных Штатов Америки. Он приехал поблагодарить меня за стипендию, которую ему назначил фонд Эльсы, чтобы дать ему возможность изучать страусов в национальном парке Найроби. Занятия в университете еще не начинались, и он предложил мне бегать, когда надо, за покупками, и вообще готов был выполнять любые поручения. Однажды меня навестил мой друг, доктор Джеральд Невилл. Его очень беспокоила моя рука, и он требовал, чтобы тут же в больнице я проходила физиотерапевтические процедуры. Операция, сделанная в Лондоне, прошла хорошо, но теперь рука сделалась малоподвижной, а пальцы плохо разгибались, кожа и кости стали срастаться с пересаженными сухожилиями. Поэтому пальцы у меня скрючились. Доктор настаивал, чтобы я надевала шину хотя бы по ночам, надо было выправить руку, но я никак не могла пойти на это. Я и так несла предельную нагрузку, и хорошо, если мне удавалось урывками поспать в общей сложности хоть 5 часов. Не хватало мне еще этой сковывающей движения шины. А тем временем лапа у Пиппы подживала. И теперь ей угрожала уже не сама рана, а чрезмерные дозы успокаивающих лекарств, которые ей приходилось вводить ежедневно. Долго ли еще ее сердце сможет выдержать натиск этих
сильно действующих средств. Тот ветеринар, который приезжал вечером, ввел ей лекарства, поддерживающие сердце и печень, соответственно, уменьшив дозу снотворного, и посоветовал мне дать ей еще дозу только в случае крайней необходимости. Ночью в 11 часов Пиппа начала рычать, а потом ее тело стали сводить судороги, такие долгие и сильные, что мне пришлось впрыснуть ей остатки снотворного. После этого она спокойно уснула. Наутро температура у нее упала ниже нормальной. Вечерний доктор очень беспокоился за ее сердце и решил попробовать другое снотворное, которое, как он считал, не имеет такого серьезного побочного действия. Он снова ввел минимальную дозу, а остальное велел ввести в случае необходимости. И я тоже чуть не попала в число его пациентов. В этот день я обварила правую руку кипятком, и теперь пузыри стали лопаться. Он волновался, что в эти открытые раны попадет инфекция, когда я буду перевязывать лапу Пиппы, и потребовал вызвать врача, чтобы сделать мне уколы пенициллина и противостолбнячной сыворотки. Врач появился в 20:00, и к тому времени мы оказались во тьме в самом прямом смысле слова. В больнице не хватало электроэнергии. Так что сначала нужно было найти сторожа, чтобы он отпер контору национального парка, и там врач принялся за лечение. Получив оба укола, я сразу же вернулась к Пиппе, чтобы рядом с ней снова нести в темноте свою бессонную вахту. Пиппа ослабела и дышала очень медленно. Но ночь прошла спокойно, и дополнительного снотворного не понадобилось. Тревожно вслушиваясь в ее дыхание, я вдруг уловила слабое чириканье, похожее на зов маленького детеныша-гепарда. Больница все еще была погружена во тьму, и я не могла понять, откуда исходит этот звук. Он показался мне тем более загадочным, что всех молодых гепардов уже несколько дней как перевели в новое помещение. Но я ни с чем не могла спутать зов маленького гепарда. Должно быть, новичка принесли, пока я уходила делать уколы. Я прижимала Пиппу к себе, чувствовала, как слабо бьется ее сердце, и призывы маленького гепарда вселяли в меня тревогу. На другое утро Пиппа дышала нормально, но температура все еще была пониженной — 37,5. Я сказала об этом утреннему доктору. Именно сегодня он был необычайно любезен. Глядя, как я скармливаю Пиппе полуфунтовый кусок мяса, он ввел ей снотворную и полную дозу сернилана. Я хотела дать Пиппе еще мясо, но она закрыла глаза и опустила голову на подстилку. Я спросила, почему она перестала есть. Ветеринар ответил, что она, должно быть, устала, и с этими словами ушел. Больше Пиппа не проснулась. Это было 7 октября. Немного позже пришел Лью Херкстал. Он проявил глубокое участие и предложил отвезти нас в Меру, чтобы можно было похоронить Пиппу там, в ее лагере. Потом он пошел делать деревянный ящик для Пиппы, купил сухого льда, чтобы выложить его изнутри, и нанял лендровер, потому что тяжелый громоздкий ящик не поместился бы на багажнике легковой машины. А я тем временем послала радиограмму Джорджу с просьбой встретить нас в лагере Пиппы и приготовить лопаты. Когда мы выносили Пиппу из больницы, меня преследовало чириканье маленького гепарда. Он все звал, 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 пока шум мотора не заглушил его голос. Дорога в Меру была долгой, и у меня было достаточно времени, чтобы вспомнить все, что произошло за эти 17 дней. Я знала теперь, что Пиппу можно было бы спасти, если бы ей наложили легкую металлическую или, еще лучше, пластмассовую лангету. Тогда можно было бы каждый день осматривать ее лапу. Если бы мы применили такую съемную лангету, Пиппа могла бы остаться в Меру, в вольере Уайти, в знакомой обстановке, и все неудобства вынужденного заточения были бы сведены к минимуму. Мне не терпелось узнать, как там Биг Бой, Тайни и Сомба. Бен писал мне, что 23 сентября, в тот день, когда я уехала из Меру,
Директор видел их на взлетной полосе. Они были в полном здравии и с полными животами. На следующей неделе мужчины несколько раз находили следы гепардов, а один раз наткнулись на кости молодого водяного козла, окруженные следами гепардов. Но только через 9 дней они нашли молодых на скалистой гряде примерно в 2 милях от конторы. Гриф навел их на остатки туши Дукера. И тут они заметили наших гепардов под кустом, в нескольких ярдах от добычи. Когда Бен подошел, они замурлыкали, и, судя по всему, были страшно рады снова с ним повидаться спустя 20 дней после того, как все мы были вместе в последний раз. Через полчаса Тайни встал, за ним поднялся Биг Бой, а потом и Сомба, и все стали очень медленно пробираться через дремучие заросли. Стоило Тайни остановиться, и все останавливались. Когда он трогался дальше, они шли следом. Очевидно, он оттеснил Биг Боя с места вожака, но тем не менее оставался самым недоверчивым. Двое других легко позволили Бену дотронуться до себя. Так они брели и брели, пока не стало слишком жарко. Тогда они устроились на отдых. Немного спустя мужчины пошли домой перекусить и вернулись после 5, захватив молоко. Вся тройка по-прежнему была под тем же деревом. Сомба разрешила Бену возиться с ней, пока не стемнело. И с тех пор ни одного следа молодых не попадалось целых 8 дней. Мы приехали в лагерь под вечер. Джордж с помощниками уже приготовил могилу для Пиппы, рядом с каменным холмиком, под которым лежал ее сын. Над ними обоими простиралась тень дерева. Как часто она с детьми играла здесь, внимательно следя за тем, что творилось у нас в лагере. Мужчины встретили Пиппу молчанием, и по этому молчанию я поняла, как много значила для них ее смерть. Мы опустили ее в яму, но прежде чем ее гроб начали засыпать землей, я положила на него 3 камешка, как символы Тайни, Биг Боя и Сомбы. Пусть Пиппа спит мирно. Удивительный покой внезапно снизошел на меня. Важнее всего для меня было то, что Пиппа покоится здесь, в родном для нее мире. Я знала, отныне она навсегда останется рядом с нами, и это придаст мне силы выполнить все, что я задумала сделать ради нее. Глава 10. Я снова встречаю детей Пиппы. Нам предстояло самое важное и неотложное дело — найти детей Пиппы. Наши мужчины с утра пошли по их следу. От моста через Ройо-Веру он тянулся 2 мили вдоль дороги, а возле взлетной полосы затерялся. Мы не хотели терять время даром, и поэтому мужчины на следующее утро вышли пораньше, пока я распаковывала чемоданы. Но не успела я разложить вещи, как к нам пожаловала группа американских туристов. Все хотели получить мой автограф и непременно сфотографироваться вместе со мной. Мне не привыкать к налетам совершенно незнакомых людей, которые думают, что моя жизнь в лагере — нечто вроде общедоступного аттракциона, и не считают нужным хоть сколько-нибудь считаться со мной. Обычно я старалась по мере возможности идти навстречу таким непрошенным гостям, но на сей раз я почувствовала, что это мне не под силу, и объяснила их гиду, в чем дело. Они видели мои распухшие и покрасневшие веки, видели свежую могилу. Ну что им стоило оставить меня в покое? Так нет, они уселись и, треща без умолку, то и дело нацеливали в упор мне в лицо свои фотоаппараты и выжимали из меня улыбочку. В полдень мужчины вернулись. Никаких новостей о гепардах. После ленча Локаль и Стэнли начали искать того места, где они бросили след, а мы с Джорджем отправились в другую сторону. Тем временем Бен повез Лью Херкстела к водопаду Адамсонов на реке Тана. Мы давно уже приметили там большие гранитные плиты, они громоздились по краю стремнины, и течение отполировало их до блеска. Я решила, что из них получится хорошее надгробие на могиле Пиппы.
Еще несколько дней мы продолжали поиски, разделившись на два отряда, но наши гепарды словно сквозь землю провалились. За это время мы сделали высокое надгробие из крупных камней и обложили его плитами гранита Станы. Лью нужно было возвращаться в Найроби, и он захватил с собой самую красивую плиту, чтобы высечь на ней имя Пиппы и даты ее жизни. Позднее мы поместили эту плиту в центре надгробия и залили все промежутки цементом, так что даже слону не под силу его разрушить. И в довершение всего выпололи всю траву вокруг могил Пиппы и ее сына. Его маленький холмик словно прижался к большому надгробию Пиппы. Почему я воздвигла такие торжественные гробницы для Эльсы и для Пиппы? Ведь меня чего доброго могут обвинить в склонности к мрачным переживаниям. Пусть обвиняют. Я все же хотела выразить свою признательность этим животным за то, что они позволили мне принять такое близкое участие в их жизни. Джорджу только что дали разрешение остаться в заповеднике и переехать в мой лагерь. Когда он приехал к нам со всем своим имуществом, мы увидели вдалеке облако дыма. Оно поднималось оттуда, где он прожил 4 года, и где всего час назад был его дом. Мы ничего не сказали друг другу. Слова здесь помочь не могли. Как мне было жаль Джорджа. Бен уехал с Лью Херкстеллом на 2 недели. Он заявил, что пора отдохнуть. Но это, к сожалению, означало, что нам уже не под силу будет обыскать такую территорию, как раньше, когда мы выходили 2 отрядами. Стояла страшная жара, и разыскивать следы с утра до вечера было невероятно утомительно. Чтобы не разболелась голова, я применяла единственное доступное средство. Прямо в одежде бросалась в каждую речонку, около которой нам случалось проходить. К этой системе охлаждения я прибегала каждый раз, как только успевала обсохнуть на ходу. Только теперь я по-настоящему поняла, что именно Пиппа служила связующим звеном между нами и молодыми гепардами. Они терпели наше присутствие только потому, что так хотела Пиппа. Я не сомневалась, что очень часто они нас прекрасно слышали, но ни разу не откликнулись на мои призывы, хотя я звала их все время, бродя по зарослям день за днем. 2 раза мы находили след одинокого гепарда, и однажды невдалеке от него увидели очень темного самца. Может быть, это был супруг Пиппы? Он перешел через дорогу в миле от лагеря и скрылся возле мулики. Мы надеялись, что он поможет нам найти молодых, и пошли по его следу. Но тут мы наткнулись на пару львов, а это означало, что искать гепардов в этих местах совершенно бесполезно. Во время поисков мы нашли мертвую слониху. Туша еще была покрыта в некоторых местах затвердевшей, высохшей кожей, а оба клыка лежали в нескольких сантиметрах от головы. Судя по этим признакам, она умерла естественной смертью. А вот жирафа, которую мы нашли примерно в миле от границы заповедника, вряд ли встретила такой мирный конец. Хвост у нее был отрезан, может быть, напахала от мух, и шкура кое-где была вырезана ножом. Тут явно поработали браконьеры. Однажды мы шли по зарослям, как всегда, поглощенные поисками следов, и наскочили на 2 львов, расправлявшихся с тушей буйвола. И они тоже ни на что не обращали внимания, кроме своей добычи. Всех нас эта встреча застала врасплох, но на наше счастье львы убежали. Мы подумали, что Джорджу будет интересно узнать, не из его ли подопечных эти 2 льва, и поэтому вернулись за ним в лагерь. Путь туда и обратно занял у нас 5 часов. Львы за это время успели набить себе животы так, что чуть не лопали, и теперь отдыхали возле остатков добычи. Но один лев помоложе несколько раз бросался к туше, чтобы отогнать падальщиков, облепивших все деревья поблизости. Они ждали, когда придет их черед. Среди них были рюппелевые грифы с бело-розовыми шеями и, конечно, вездесущие марабу.
Когда Джордж подъехал достаточно близко, он увидел, что эти львы не из его прайда, и мы предоставили им пировать на свободе, а сами отправились на поиски детей Пиппы. Час спустя мы снова проезжали мимо буйволиной туши. Львов уже не было, зато стервятники сбились в одну кучу, наступая друг на друга, чтобы урвать последние съедобные волоконца с почти начисто обглоданных костей. Интересно, что на этот раз горловые мешки марабу были раздуты, а я точно помнила, что пока они сидели на деревьях, эти мешки были нормального размера. Существует масса теорий относительно того, по какой причине и в каких именно случаях эти мешки, находящиеся спереди на шее марабу, наполняются воздухом. Только до сих пор все эти теории остаются неубедительными. Близилось время дождей, и снова пора было жечь траву. У директора не хватало людей для этой работы, особенно в отдаленных районах. И он был очень рад, когда мы предложили поджечь траву на нескольких равнинах. Все равно мы заезжали туда в поисках гепардов. Особенно хорошо мы изучили к тому времени местность, расположенную между притоками Ройо-Веру. Однажды, предусмотрительно определив направление ветра, мы бросили несколько спичек в траву между двумя речушками, и высохшая, как солома, трава вспыхнула и занялась огнем с такой неописуемой скоростью, что нам пришлось, сломя голову, нестись к ближайшей речушке. Мы добежали до нее в последнюю минуту и бросились в воду, не разбирая пути. Жаркое пламя уже бушевало у нас за спиной. Выбравшись на другой берег, мы оказались в густейшем колючем кустарнике, обильно унавоженном слонами и носорогами. Мы слышали, как животные фыркают и ломятся сквозь чащу, казалось, со всех сторон. Да, положение было хуже не придумаешь. Если бы мы встретили один из этих живых танков, податься нам все равно было бы некуда. Но в этом и без того малоприятном положении я еще обнаружила, что у меня на ноге глубокая царапина, я очень неловко прыгнула в реку, и теперь кровь противно хлюпала у меня в ботинке. Но мне было не до царапины. Надо было как можно скорее выбираться из этого колючего сплетения ветвей. Если огонь перекинется через реку, мы окажемся в западне. Выбравшись, наконец, на относительно открытую местность, мы едва не наткнулись на спящего носорога. Он был потрясающе похож на термитник. Так что мы почти наступили на него. Но тут он вскочил, развернулся и со сварливым фырканьем скрылся в колючем аду, из которого мы только что выбрались. Разглядывая многочисленные кровавые царапины, я позавидовала толстокожему зверю, хотя его излюбленное место обитания никакой зависти у меня не вызывало. Когда возвратился Бен, мы снова разбились на пары и выходили на поиски в разные стороны. Но шли дни за днями, а нашей тройки не было и в помине. Словно специально, чтобы досадить нам, на территории Пипы появились два одиноких гепарда. Один возле Кенмера, а второй на Ройо-Веру, поблизости от взлетной полосы. Их следы ввели нас в заблуждение. И только увидев этих гепардов, мы поняли, что попусту потратили несколько дней. Хлынули дожди, и не всегда удавалось разыскать след. В довершении всех неприятностей у Бена разболелась поврежденная раньше коленная чашечка. Ему нужно было срочно ехать лечиться в Найроби. Мы поехали в управление заповедника заправиться бензином на дорогу, и там нам сказали, что рано утром детей Пиппы видели возле водокачки, примерно в полумиле от конторы. И что же? Там оказались отпечатки лап всех троих. Не сводя глаз с каменистой почвы, мы продвигались по следам шаг за шагом и шли так целый час, выкрикивая имя Пиппы. Вдруг я увидела, что мимо бежит малый Куду. Глядя в бинокль на эту прелестную антилопу, я внезапно почувствовала, что и меня тоже разглядывают. Обернулась и увидела Тайни, Сомбу и Бигбоя. Они высунулись из травы в нескольких ярдах от меня. Может быть, они крались за этим Куду? Было сразу видно, что они голодны. Мы дали им молока, молоко мы носили с собой постоянно. И они с жадностью вылакали его,
все одновременно засунув голову в небольшую миску. Так они пили, когда были совсем маленькими. Теперь я увидела, как они выросли за последние недели, как прекрасно выглядят. Бен вызвался сходить со Стэнли за козой, так что мне можно было остаться с гепардами и отпраздновать эту новую встречу. Гепарды пошли к тенистому дереву, я за ними, а Лакай немного поодаль. Вскоре все мы уселись в тени. Тайни и Бигбоя быстро сморила полуденная жара, но Сомба не пропускала ни малейшего моего движения и моментально отшатывалась, когда я пробовала чуть-чуть подвинуться к ней. Конечно, малыши не видели меня больше полугода, если не считать то утро 46 дней назад, когда Пиппа была вместе с нами в последний раз. С тех пор, как Бен видел наших гепардов возле убитого Дукера, прошло 25 дней. И хотя я знала, что они уже умеют самостоятельно охотиться, в эти последние недели я все время мучилась неизвестностью, что с ними, живы ли они. Всего час назад я молилась, чтобы мы нашли их здоровыми, и вот мои надежды сбылись. Нас окружал теперь мир и покой. Меня переполняло чудесное чувство освобождения от страха и напряжения прошедших недель. Не знаю, почему только рядом с животными меня охватывает ощущение бесконечного покоя. Я была бы совершенно счастлива, если бы Пиппа сейчас была вместе с нами. Но пусть физически ее больше нет, я чувствую ее присутствие здесь, рядом. И мне хотелось верить, что это она помогла нам найти наших малышей, которые прибежали, услышав ее имя. Это было полно глубокого значения, и я решила, что отныне имя Пиппы всегда будет связывать меня с ее детьми. Ведь с каждым из них осталась жить какая-то ее милая черта. Биг Бой вместо нее стал с любовью заботиться о своем семействе. Ласково вылизывая брата и сестренку, он успокаивал их. Они ложились рядом и прижимались к нему, как раньше, к Пиппе. Тайни сохранил все присущее ей обаяние и доверчивую серьезность, а Сомба бдительно ловила малейшие признаки опасности, охраняя семью с материнской заботой. Внезапно все трое вскочили и стали смотреть в одну сторону. И вскоре оттуда появились Бен и Стэнли с козьей тушей. Малыши тут же вцепились в нее и поволокли под куст, а то налетят крылатые падальщики. Через полчаса от туши осталось только несколько клочков шкуры, немного костей и голова. Я хотела раздробить череп, чтобы малыши могли съесть и мозг. Но Сомба тут же бросилась на защиту, опустила морду и так молниеносно замахнулась на меня передними лапами, что я поскорее бросила козью голову. Я попыталась отвлечь ее и протянула ей на кусочки шкуры мозг, который Лакаль достал из костей. Она понятия не имела, что с ним делать, зато Тайни сразу насторожился. Он всегда считал, что имеет особое право на костный мозг, и мигом бросился к своему любимому лакомству. Но в ту же минуту за ним погнался Биг Бой. Он ни за что не хотел пропускать такое развлечение. Они вцепились в шкуру и, свирепо рыча, дергали ее в разные стороны, разбрасывая мозг, пока Тайни, наконец, не прошествовал триумфальным маршем с большим куском шкуры, а Биг Бой унес крохотный кусочек, все, что ему досталось. Этот кусочек он утопил в миске с молоком и уселся рядом охранять свою добычу. Потом ему стало скучно, он вылокал все молоко и ушел. Тайни тут же сцапал кусочек шкуры и проглотил. Я не могла глаз отвести от наших малышей, так что потеряла всякое представление о времени и засиделась возле них до самой темноты, когда ничего уже не было видно и пришлось уйти домой. Глава 11. Гепарды помогают спасти Боя. На следующий день рано утром Бен выехал в Найроби, а мы с Локалем нашли гепардов на каменистой гряде примерно в миле от управления заповедника, неподалеку от того места, где расстались с ними накануне. Мы накормили всех троих, и они отправились к тенистой акации, чтобы подремать в полуденную жару.
Я уже знала, что немного попозже они с удовольствием съедят и добавку, а поэтому пошла за ними, захватив остатки мяса. Я села совсем близко к гепардам и успела сделать множество фотографий. Но вот снова у меня появилось ощущение, что на меня кто-то смотрит. Я стала разглядывать местность в бинокль, пока не заметила льва. Он лежал в траве ярдах 100 от нас. Лев смотрел прямо на меня и не шевелился. Трава почти скрывала его. Но, насколько я могла рассмотреть, он был так чудовищно худ, что выпирали ребра. Потом я заметила, что у льва под глазом, дюймов на 5 ниже, торчит игла дикобраза. Я хорошо знаю, какую смертельную опасность таят в себе эти иглы для любого хищника, который не прочь полакомиться вкусным мясом дикобраза. И сразу поняла, что этот отощавший лев серьезно пострадал. Должно быть, у него и в лапах полно игл, так что каждое движение причиняет зверю мучительную боль, если только он вообще в силах двигаться. А наши гепарды совершенно не замечали этого соседства и преспокойно ели мясо. Как же мне заставить их уйти отсюда, но и не напугать при этом? Я сделала знак Локалию подойти поближе ко мне. Он еще не заметил льва. Мы с ним устроились между львом и гепардами и наблюдали за их поведением. Наконец Тайни что-то заподозрил. Уставившись на льва, он вдруг с каким-то странным стонущим рычанием бросился прочь, а за ним понеслись Биг-Бой и Сомба. Я облегченно вздохнула. Хорошо, что они сами заметили льва. Мне совсем не хотелось нарочно пугать их, ведь разрушить установившуюся между нами хрупкую связь было так легко. Я принялась звать льва, повторяя имена львов Джорджа, Бой и Сасва. Но лев даже ухом не повел, хотя смотрел на меня, не отрываясь. Его поведение меня совершенно озадачило. Невероятно, чтобы так вел себя любой лев, все равно дикий или принадлежащий к прайду Джорджа. Оставлять раненого льва в такой близости от управления заповедника было нельзя. И я послала Локаля в обход к нашей машине, а сама пошла в контору. До нее было около мили, чтобы поговорить с директором. Каково же было мое удивление, когда в кабинете директора я увидела Джорджа, они как раз обсуждали, что делать с Боем дальше. Выслушав мой рассказ, Джордж очень встревожился. 3 недели назад, когда Боя видели в последний раз в 5 милях отсюда, он сильно хромал, а с тех пор его не могли найти. Когда я сказала, что лев, как видно, ранен иглами дикобраза, директор заметил, что 90% львов, которых ему пришлось пристрелить, были искалечены таким образом. Из одной львицы он вытащил 60 игл. Он всегда старается при малейшей возможности спасти жизнь несчастным животным, и этому льву тоже попытается помочь, но все же возьмет с собой крупнокалиберную винтовку на тот случай, если наша помощь подоспеет слишком поздно. Мы поехали к акации. Лев оставался на том же месте. Но как только директор вышел из машины, лев заворчал и проковылял несколько ярдов до куста, стараясь спрятаться подальше. Теперь мы увидели, что его правая передняя лапа невероятно распухла. Рядом с ней особенно жутко выглядели выпирающие позвонки и тазовые кости. Мы видели, что несчастный зверь почти подыхает с голоду. Джордж тихонько подвел машину поближе. Чуть погодя, он вышел, налил воды в старый стальной шлем. Это не поддающийся никаким зубам поилка служила еще Эльсе, и протянул воду льву. Дверь лендровера оставалась открытой. Не успели мы и глазом моргнуть, как лев забрался в кабину и растянулся на сиденье. Джордж налил ему еще воды, выманил обратно и помог улечься рядом со знакомой поилкой. Потом он выдернул иглу и вернулся к нам. Держа в руке иглу, Джордж произнес одно только слово — «Бой». Я очень хорошо знала, о чем думают Джордж и директор, хотя оба они молчали. После того, как Бой напал на сынишку директора, тот, отбросив в сторону все свои личные чувства, все же разрешил оставить Боя в заповеднике. Но если ему случалось встретить Боя поблизости от управления,
Он всегда отгонял его взрывами небольших шашек. И вот теперь представилась реальная возможность покончить со львом, который причинил ему столько неприятностей. Молчание затянулось. Потом директор заговорил. Он был согласен помочь Бою. Он сказал, что радирует в Найроби, вызовет ветеринара. Пусть впрыснет Бою снотворное и поставит диагноз. Я отправилась в лагерь за мясом и сульфатиазолом, а Джордж остался рядом с Боем. Когда я вернулась, директор уже успел узнать, что врач сможет прилететь только на следующий день. Но оставлять Боя было нельзя. Он стал бы легкой добычей для хищников, и поэтому Джордж решил дежурить около него всю ночь. Он поехал за необходимыми вещами, а я пока охраняла Боя. За последние годы мы почти не виделись, и все же Бой признал во мне друга и разрешил сидеть в нескольких ярдах от него. Он глядел на меня немигающими глазами. Все это утро он не сводил с меня глаз, но я видела, что он мне доверяет. Животные гораздо лучше, чем мы, люди, чувствуют, как относятся к ним другие существа, и никогда не ошибаются. Только людям можно заморочить голову словами. Я искренне удивлялась, когда первый ветеринар в приюте для животных каждый день задавал мне вопрос, неужели Пиппа еще не укусила меня? Я видела его удивление, когда рассказывала, что Пиппа всегда лижет мне руки и неизменно мурлыкает во время лечения. А ведь нередко мои перевязки причиняли ей боль. Но она знала, что я хочу помочь, и не просто терпела, а еще и благодарила меня. Вот и сегодня Бой с таким же доверием отнесся к Джорджу, позволил ему выдернуть иглу и потрогать распухшую лапу. Других игл Джорджу найти не удалось, но он считал, что они могли впиться очень глубоко, и из-за них лапа так раздулась. Сидя рядом с Боем, я думала о том, какая невероятная цепь совпадений привела меня сюда. Вначале мы в течение 46 дней искали наших гепардов, чтобы успеть найти их до начала дождей. Тогда уж идти по следу станет почти невозможно. Потом у Бена разболелось колено. Нам пришлось ехать за бензином в управление заповедника. И это было в то самое утро, когда поблизости видели наших гепардов. Потом гепарды привели меня к тому месту, где лежал Бой. А если бы я не нашла его именно в этот момент, он, безусловно, был бы обречен на гибель. Ведь он был ранен по крайней мере 3 недели назад и притащился к ближайшему жилищу людей, когда понял, что ему не справиться со своими ранами. И, наконец, еще одно совпадение во времени. Директор и Джордж встретились как раз тогда, когда они оба были совершенно необходимы, чтобы спасти жизнь Боя, и когда любое промедление погубило бы его. Джордж провел ночь возле Боя. Все обошлось спокойно. И дождался ветеринара. Усыпив Боя, ветеринар установил перелом правой плечевой кости и смещение в плечевом суставе. Вряд ли что-нибудь хуже этого могло случиться с хищником, который пользуется по преимуществу правой лапой. Директор, Джордж и ветеринар условились, что Бою сделают операцию в разоренном лагере Джорджа. Проволочная сетка там уцелела, и можно было устроить хороший вольер. 3 дня Бой проведет в вольере, а потом Джордж выпустит его, и 2 недели будет следить за выздоровлением. Если по истечении этого срока Бой сможет снова совершенно самостоятельно жить на свободе, Джордж предоставит его самому себе. Если же он к тому времени не поправится, Джордж обязан удалить льва из заповедника, иначе его придется уничтожить. После этого разговора ветеринар вернулся в Найроби за необходимыми для такой серьезной операции инструментами, а Джордж отвез Боя в свой прежний лагерь. Там он устроил его в палатке, а сам ночевал рядом в лендровере. Так прошло 4 дня. На 5-е утро вернулся врач с ассистентом. До сих пор никто не отваживался оперировать льва прямо в полевых условиях, да еще в такой первобытной обстановке. Джордж натянул полотняный тент, под ним поставили в ряд 3 походных столика,
Они должны были изображать операционный стол. Бою ввели наркотик, взвалили его на эти столики, потом выбрили и хорошенько продезинфицировали поврежденные места вокруг перелома. Чтобы дать возможность врачу спокойно оперировать, кто-то должен был держать голову Боя в определенном положении. Надо было следить за дыханием и зрачковыми рефлексами, тогда как другой помощник должен был в течение всей операции вводить многочисленные дозы снотворного. Еще один помощник вводил в вену на хвосте Боя раствор соли с глюкозой. Так предотвращалось обезвоживание организма и шоковое состояние. Хвост закрепили веревкой, чтобы Бой им не дернул не вовремя. Затем сломанную лапу поместили в такое положение, чтобы при помощи специального блока совместить кости. Когда все было подготовлено, ветеринар сделал в размозженной ткани разрез длиной в 5,5 дюймов, вскрыв место перелома. Но у него не было даже рентгеновского снимка, и пришлось срезать довольно много уже сросшейся ткани, чтобы добраться до кости. В костях он просверлил дырочки и продел сквозь них 2 спицы из нержавеющей стали. Пока удаляли ткани, Бой потерял много крови, и эту кровь нужно было постоянно убирать тампонами. Кроме того, приходилось то и дело закреплять разные расширители и зажимы, чтобы кожа не закрывала рану, и хирург мог спокойно работать. Когда, наконец, все было готово, и врач уже собирался фиксировать обе стальные спицы, оказалось, что в плечевой кости очень узкая костно-мозговая полость, да и та почти не отличается от самой кости. Это чрезвычайно усложнило закрепление спиц, и только спустя 3 часа, хирург ни на минуту не прерывал напряженную работу, рану заполнили антибиотиком и зашили. Но врачу этой изнурительной работы показалось мало. Он взялся еще оперировать недавно появившуюся у Боя грыжу. Джордж смотрел на это с особым интересом и сочувствием. Только что ему самому пришлось перенести подобную операцию. Ветеринар сделал небольшой разрез. Ровно настолько, чтобы вытащить наружу раздувшуюся кишку. Вскрыл ее, затем удалил лишние ткани и, аккуратно зашив края стальной проволочкой, засунул обратно в брюхо Боя. Наконец-то мы все могли передохнуть и выпить по чашке чаю. Я была восхищена ветеринаром. С каким искусством он сделал операцию при таком сложном переломе и в таких неподходящих условиях. Обычно ему ассистировали 4 ветеринара, а тут мы все помогали по мере сил, иного выхода не было. Вскоре мы расстались, и я отправилась искать гепардов. Своей непрестанной вознёй в последние несколько дней мы выжили их из привычных мест. Но все же в конце концов мы отыскали их на лавовом плато между реками Муликой и Васаронги, в нескольких милях от того места, где они привели меня к Бою. Почва здесь была бесплодная, и на обнаженной земле не было никакой живности, если не считать пары носорогов. Не знаю, чем эта местность привлекла гепардов, но они бродили взад и вперед по каменистой пустыне, а мы тащились за ними с тяжелой корзиной, полной мяса, спотыкаясь о раскаленные лавовые глыбы. И нигде ни клочка тени, куда можно было бы спрятаться, чтобы накормить гепардов. Но нам повезло. Мы нашли их на песчаном островке, где так любили играть Уайтим, Билли и Тату. У дерева, о грубую кору которого они часто точили свои когти, теперь точно так же точил когти Тайни. Как не похожи были эти великолепные молодые звери на беднягу Боя. Я молила судьбу, чтобы им никогда не пришлось испытать несчастье, постигших Боя и Пиппу. Но что я могла успеть сделать в тот короткий промежуток времени, который мне разрешили провести с ними рядом? Оставалось только напоследок как можно лучше кормить их. Пусть у них будут крепкие кости и острые зубы, когда им придется встать лицом к лицу с опасностями, подстерегающими их впереди. Биг Бой стал самым жадным из всех. Правда, он и раньше не привередничал, а лопал все, что дадут, лишь бы побольше досталось.
Он изобрел трюк, бросал свое мясо в молоко. Так уж сомбы и тайне не доберутся ни до того, ни до другого. Сомба теперь безоговорочно мне доверяла, понимая, что я всегда стараюсь ей помочь. Я держалась поодаль, только пока она ела. А тайне до сих пор шалил со мной. Он мчался ко мне за лишним лакомым кусочком. А когда я подталкивала куски потрохов палочкой прямо у него перед носом, смотрел мимо, как будто там ничего и не было. Настоящий клоун. Через несколько дней гепарды убили молодого страуса, и мы увидели их среди разбросанных перьев птицы. Морды у них были испачканы кровью, а животы набиты до отказа. Я особенно радовалась тому, что они могут прокормиться без моей помощи. Проливные дожди очень мешали нам передвигаться. Пока Бена не было, я не только разыскивала гепардов и следила, чтобы мясо всегда было наготове, если окажется, что они проголодались. Ведь мне еще приходилось снабжать Джорджа и Боя всем необходимым, потому что Джордж не мог ни на минуту отойти от Боя. А они были в 30 милях от того места, где я брала курс. Иногда мне случалось сделать два конца по невероятно скользкой дороге. То и дело приходилось вытаскивать ленд-ровер из какой-нибудь канавы, а потом снова тащиться черепахой по непролазной грязи. Бедняга Бой, ему нужно было восстанавливать силы, и он все ел и ел, но никак не мог насытиться. С болью в сердце мы смотрели, как он торопится нам навстречу. Еле-еле ковыляет к воротам своего вольера и падает без сил даже после короткого перехода. Должно быть, весть о возвращении Боя и Джорджа облетела заросли очень быстро. Я очень часто заставала лагерь на осадном положении. Все львицы, за которыми присматривал Джордж, собирались туда вместе со своим потомством. Они явно были озадачены, увидев Боя в столь плачевном состоянии, да еще сидящего за решеткой, а он созерцал оттуда свой обширный гарем с очень грустной миной. Маленькая Сэнди теперь не отставала от Прайда, и, судя по ее шалостям и отличному виду, она снова стала полноправным членом львиной семьи. Видимо, она взяла на себя заботу о крошечных львятах другой львицы, своего Прайда, и чрезвычайно серьезно относилась к обязанностям тетки. Нам было совершенно ясно, что Бой не успеет поправиться к тому сроку, который назначил нам директор, и не сможет жить на свободе. Поэтому я посоветовала Джорджу поставить большой вольер возле нашего нового дома на озере Наиваше, конечно, как можно дальше от нашего жилья, чтобы Бою никто не мешал спокойно выздоравливать. Кроме того, мы решили поставить сборный домик возле вольера, тогда Джордж сможет ночевать рядом с Боем и вообще быть с ним как можно больше. Все наши решения мы обсудили с директором, и он согласился оставить Боя в заповеднике до конца ноября, до того времени, когда все постройки будут закончены. А дождь все лил и лил, не переставая, так что вскоре большая часть заповедника превратилась в болото. Однажды утром мы нашли утонувшего новорожденного буйволенка. Его прибило течением к мостику возле кухни. Мы поскорее убрали его, чтобы не привлекать крокодилов, которые, как правило, держались подальше от лагеря. Мы снова на несколько дней потеряли детей Пиппы, но потом отыскали их возле скалы Леопарда, в 15 милях от тех мест, где видели гепардов в последний раз. Очевидно, их спугнули львы, которых мы несколько раз встречали в тех местах. Участники охотничьей экспедиции, проводившие отстрел животных за пределами парка, подарили нам немного слонового мяса, и я попробовала дать его гепардам. Тайни и Сомба не пожелали к нему прикоснуться, зато Биг Бой до отвала налопался жесткого мяса. Через два дня мне подарили мясо буйвола. Его любили все наши гепарды. Они мигом растащили все до последнего кусочка, и каждый старался урвать себе побольше. На следующий день гепарды ушли за 4 мили к повороту кольцевой дороги. Здесь росла огромная акация, и вскоре мы стали встречаться под ней ежедневно.
Я сняла на кинопленку, как молодые гепарды едят в позиции звезды. Это очень характерная для гепардов привычка. Каждый старается держаться на равном расстоянии от других, чтобы не толкали под локоть. Как раз в момент, когда я перезаряжала камеру, появился носорог. Он шел прямехонько на нас. В мгновение ока все гепарды припали к земле, не спуская глаз толстокожего, который двигался к ним сквозь траву. Но вот, видимо, до него долетел наш запах. Он остановился, крутанулся на месте, подозрительно принюхался, но все же опять пошел в нашу сторону. Это было похоже на танец. Толстое животное подвигалось короткими шажками и вдруг снова остановилось. Тут сомба молнии бросилась на носорога, и он с шумом помчался прочь, а она понеслась за ним, едва не повисая у него на хвосте. Я успела зарядить камеру и могла бы запечатлеть эту уморительную сцену. Да на беду прикатила машина с посетителями, и все было испорчено. На другой день мы обнаружили сомбу на дереве. Взобравшись повыше, она наблюдала за стадом газелей Гранта. Потом она погналась за ними, но вернулась ни с чем и занялась мясом, которое принесли мы. Оба ее братца уже успели сцапать по куску. Биг Бой, как всегда, отхватил львиную долю и все еще искал, чем бы поживиться, хотя живот у него уже был тугой, как барабан. Он стал великолепным животным редкостной красоты, гораздо крупнее остальных, держался очень независимо, и наладить контакт с ним мне было труднее, чем с его братом и сестрой. Когда же, наконец, и он наелся досыта, гепарды стали гоняться друг за другом вокруг маленьких пальм-дум. Там было очень здорово устраивать засады. Как изумительно вписывались их элегантные движения в рощицу стройных молодых пальм на фоне ярчайшего синего неба, обрамленного белыми облаками. В Кении облака почти всегда украшают небо. Некоторое время молодые гепарды оставались возле скалы леопарда. Там же находились и 6 белых носорогов, по ночам их держали в огороженном загоне, а днем они бродили на свободе, и 2 егеря пасли их, как обыкновенный скот. Однажды утром, едва только мы покормили гепардов, и они улеглись поспать, как мимо прошествовали эти носороги. Гепарды молнией умчались прочь. Они уже видели ручных белых носорогов и не раз чувствовали их запах. И меня очень удивило, что теперь они удрали от них, как от опаснейших врагов. А ведь всего несколько дней назад они гонялись за диким черным носорогом просто так, из озорства. Неужели они понимали, что белые носороги — чужаки, и только по этой причине отнеслись к ним так же, как в свое время и Пиппа? Все дороги в парке во время дождей пришли в полную негодность, и мы были вынуждены вызвать трактор, чтобы попытаться исправить дорогу к лагерю Джорджа. Но он пробился только до полдороги, а потом сломался, увязнув гусеницами в грязи глубиной по колено. Пытаясь добраться до Джорджа, я часто вела ленд-ровер как по канату, по узкому краю глубокой колеи. Но стоило соскользнуть с него, пеши пропало. Я часами не могла выбраться из жидкой грязи. Дорога к скале леопарда была не намного лучше, и однажды мне пришлось прождать 7 часов, пока меня не вытащили на буксире из этой жижи. На мое счастье, это случилось недалеко от места, где были гепарды, и мне, по крайней мере, удалось провести с ними этот день. Гепарды нашли полоску песчаной земли, которая быстро просыхала после дождя, и когда кончался очередной ливень, я ложилась на землю рядом с ними. Поначалу сомба заподозрила какой-то подвох, когда наши головы почти соприкоснулись, и была готова дать мне отпор при малейшем движении. Но я молча глядела ей прямо в глаза, и она, наверное, почувствовала, что я друг, и успокоилась. А ее братцы меня вообще не замечали. Мокрая земля исходила паром под горячими лучами солнца, и мне было слышно только дыхание гепардов да чириканье каких-то сонных птичек. Кругом стояла полная тишина. Как я любила этот прекрасный заповедник и всех здешних животных!
Я ведь провела здесь больше 27 лет, с тех пор, как Джордж занял должность главного инспектора. 12 лет назад этот заповедник стал домом Эльсы, а потом и Пиппы. Все пережитое с ними заставило нас полюбить эти места еще больше. И теперь нам казалось, что здесь и наш родной дом. Мы оба с самого начала знали, что нам придется расстаться с этими местами, как только наши животные смогут сами о себе позаботиться. Ведь именно такова была цель наших экспериментов. Но хотя Тайни, Биг Бой и Сомба могли жить самостоятельно и обходились без нашей помощи уже в возрасте 14 месяцев, Уайтин, Билли и Тату оставались под покровительством Пиппы до 17,5 месяцев. Мне хотелось побыть с ними, по крайней мере, до тех пор, пока они не достигнут того же возраста, как и предыдущий помет. Особенно важно было узнать, как сложатся их отношения, когда они достигнут зрелости и будут готовы дать потомство. Я прервала курс лечения в Лондоне, чтобы быть вместе с ними в этот важнейший период их жизни. Наблюдать за ними было тем более интересно, что рядом уже нет матери и некому показать им охотничьи угодья. И вот меня постиг неожиданный удар. Я получила письмо от администрации, в котором меня просили покинуть заповедник вместе с Джорджем и Боем в конце ноября. Но я не знала за собой никакой вины, которая повлекла бы сокращение сроков, обусловленных раньше. И тут же написала письмо администрации. К несказанному моему облегчению мне ответили, что я могу пробыть здесь до конца года, как мы и договаривались раньше. А Джордж тем временем прилагал все усилия, чтобы вывести Боя. Но невиданно бурные дожди зачастую нарушали даже радиосвязь, что уж говорить о приземлении самолетов. А о перевозке машины и речи быть не могло. Джордж теперь ютился вместе с Боем в маленькой палатке. Рана Боя все время сильно гноилась, и нужно было то и дело менять повязки. Три раза летчик пытался пробиться в просветы между опасными грозами и доставить в мэру ветеринара, но каждый раз ему приходилось отступать и возвращаться в Найроби. Приземлиться на размытых посадочных полосах было невозможно. Но в конце концов он добился своего. Меня попросили помочь, и когда летчик с удивительным искусством сумел проскочить между двух ливней и посадить самолет на скользкую землю, я уже ждала, чтобы немедленно отвезти ветеринара к Джорджу, а директор заповедника с летчиком и шестью егерями должны были подъехать немного позже. По счастливому, хотя и неожиданному совпадению, этим же самолетом прилетел Бен, и в трудном деле, который нам предстоял, у нас появился еще один помощник. Бен предложил помогать мне до самого конца, пока я не покину заповедник. Пропетляв по грязи 10 миль, мы застали Джорджа врасплох, но времени терять было нельзя. Черные тучи стеной обступили нас, готовые разразиться очередным ливнем. Пока врач усыплял Боя, я побросала вещи Джорджа в большую сумку и помогла погрузить в машину его лагерное оборудование. А остальные тем временем готовились к погрузке Боя на лендровер, ожидая, когда он уснет. И вдруг среди всей этой суеты появилась Гэрл. Она спрыгнула на крышу лендровера, который стоял снаружи, и смотрела через ограду, как ее брат взваливает на машину и навсегда уводит от его прайда. Директор взялся подвести нас всех, оставался только один Бен, которому было поручено ехать сзади с оборудованием. Но мы напрасно забыли про Гэрл. Она упрямо сидела на крыше лендровера и ни за что не соглашалась слезать. Казалось, она знает, что никогда больше не увидит ни Джорджа, ни Боя. Бену ничего не оставалось, как отправиться в путь с львицей на крыше. Так они ехали около мили, и вдруг увидели стадо жираф, в котором был маленький жирафенок. Гэрл моментально соскочила вниз, погналась за малышом, ударила его по ногам, свалила и тут же задушила. Когда Бен рассказывал нам об этом, я порадовалась, что охота отвлекла Гэрл от расставания с братом,
Она не только преданно любила его с самого детства, но и дважды принесла от него львят. А тем временем маленький четырехместный самолетик переделывали так, чтобы уместить в нем льва в 400 фунтов весом, Джорджа, ветеринара и летчика. Задние сиденья убрали, и Джорджа с боем втиснули в освободившийся промежуток. Все это делалось в страшной спешке. Надо было добраться до Наиваша засветло, да еще суметь уклониться от сильной грозы, которая двигалась навстречу. Я едва решала взглядеть на Джорджа. Он был бледен и хмурился, когда устраивал бой как можно удобнее, а потом сам примостился рядом с ним. Ветеринар сел рядом с летчиком, тот запустил мотор и поднял самолет в воздух. Вначале крохотный белый самолетик был ясно виден, потом черное небо поглотило его. Весь вечер я чувствовал внутри какую-то сосущую пустоту. Хотя полный драматизм расставания показался мне тогда невыносимо тяжелым, впоследствии выяснилось, что это было самое лучшее, что при сложившихся обстоятельствах мы могли сделать для боя. Вскоре ему пришлось перенести еще две очень серьезные операции, а потом он провел в Наиваше целых 9 месяцев. Дожди снова превратили сухие, желтые, как солома, равнины в роскошные пастбища, где каждый день расцветали мириады новых цветов. Когда дети Пиппы проходили полями небесно-голубых пентонизий, какое-то было изумительное зрелище. Мне хотелось только, чтобы их мать тоже была здесь, чтобы она вместе со мной радовалась прелести своих детей. Они все еще держались на расстоянии мили от скалы Леопарда, где было сравнительно сухо и полным-полно дичи. В последнее время бигбоя как магнитом тянуло к Сомби. Они обнимались и лизали друг друга почти все время. Она стала настоящей красавицей. Из всех троих она, безусловно, была самой умной, а уж характера ей подавно было не занимать. Мне становилось стыдно, когда я вспоминала, как в свое время едва не сочла ее ненормальной. Вот ей захотелось поиграть с моими туфлями, и она стала потихоньку трогать лапы резиновой подошвы, а сама почти незаметно подвигалась ко мне все ближе и ближе. Как же мне было трудно справиться с собой и не пойти навстречу этим попыткам подружиться. Но я никогда не простила бы себе, если бы в эти последние месяцы, которые нам оставалось провести вместе, собственными руками испортила все, чего успела добиться. Глава 12. Любовные игры молодых гепардов. И вот настало 1 декабря. В этот день, как мы договорились с директором заповедника, я кормила гепардов в последний раз. Конечно, я позволила им наесться до отвала. И они, хорошенько набив животы, задремали возле меня так же доверчиво, как всегда. Но внезапно бабуины подняли лай, и гепардов как ветром сдуло. На другое утро мы отыскали их под развесистым деревом, ветви которого почти касались земли. Я снова заметила, что бигбой все время льнет к Сомби, а она очень трогательно отвечает на это ухаживание, обхватывает его лапами и прижимается к нему, даже когда он собирается погрызть какую-нибудь веточку. Бедняга Тайни то сидел поодаль, то карабкался на дерево, делал вид, что их отношения его совершенно не касаются. Немного погодя, все они перешли дальше, на несколько сот ярдов, к термитнику, скрытому в густом кустарнике. И тут бигбой с резким раскатистым «пр-пр-пр» — это было похоже на крик — сделал ставку на Сомбу. Она присела так же, как это делают львицы, а бигбой повторял быстрые ритмические движения примерно с минуту. Потом оба они успокоились, улеглись бок о бок и с мурлыканьем лизали друг друга. Тайни отодвинулся как можно дальше, насколько хватало места в тени кустов. К сожалению, все это произошло слишком неожиданно для меня и так быстро, что я не успел ничего сфотографировать. Надо было еще установить экспозицию, учитывая густую тень кустарника. Примерно через полчаса гепарды пошли к речке Мурера и улеглись на полуденный отдых под большим деревом.
Я устроилась поблизости и то рисовала их, то фотографировала. Но они почти все время просто спали, так что мы решили сходить домой и наскоро перекусить. Вернулись мы часов около 5. Гепарды все еще дремали. Но тут появилась Кангони, и они без особого воодушевления стали преследовать крупную антилопу. Очень скоро это им наскучило, и они расселись на большом термитнике. Окружающая равнина походила на парк. По ней были разбросаны небольшие деревья и кусты. Настоящий рай для гепардов. Когда стало прохладнее, оба брата отметились на нескольких деревьях, выпуская струю жидкости под прямым углом. Я часто наблюдала, как они это делают. Сначала они обнюхивали дерево, потом поворачивались к нему хвостом, вытягивали хвост вверх и пускали струю жидкости на ствол. Это продолжалось секунду-две. Они то и дело опрыскивали деревья. 2-3 раза подряд. И я решила, что так они метят свою территорию. Но до сих пор они никогда не делали этого столь старательно. Потому я подумала, что они, по-видимому, предупреждают возможных соперников, чтобы они не приближались к сомбе. А она явно понимала, что привлекает самцов. И вела себя так же соблазнительно, как любая самочка, который хочет понравиться самцу. Вскоре братья стали гоняться друг за другом и, наконец, остановились возле сомбы. Теперь и Тай не проявлял интерес к своей лукавой сестренке, но еще не очень хорошо соображал, что к чему, поэтому лез и к бигбою, и к сомбе сразу, так что все они устроили кучу малу. Я с глубоким интересом следила, как дети Пиппы становятся взрослыми. Очевидно, их ошеломили и захватили врасплох внезапно нахлынувшие новые чувства. Но, по-моему, пока что это были скорее любовные игры, чем настоящие спаривания. К сожалению, вскоре стемнело. Мы уже ничего не видели и отправились домой. На следующее утро в 8 часов мы нашли гепардов возле кольцевой дороги в нескольких сотнях ярдов от речки Мурера. Моросило. И все наши гепарды от избытка сил стали носиться, как бешеные, и внезапно выскакивать из засады, а потом все стали карабкаться на упавшее дерево. Сражаясь за лучшее место, они то и дело срывались вниз, но бросались в игру с еще большим воодушевлением, стараясь ухватить соперника за хвост и стащить с дерева. Я считала, что первые проявления полового влечения у гепардов очень важно зафиксировать. И поэтому пошла за ними, вооружившись записной книжкой и фотоаппаратами, и старалась подойти к ним как можно ближе, а Стэнли и Локаля попросила держаться поодаль. Было уже 9:15. До 9:30 гепарды отдыхали. А потом братья стали гоняться друг за другом и под конец скачили один на другого на несколько секунд. То же самое они повторили через 10 минут, а сомба смотрела на них, затаившись в кустах. Сегодня она не так охотно, как вчера, отвечала на заигрывание своих влюбленных братьев, грызла веточки и пресекала все попытки спариться с ней. Так что бедным самцам, которых одолевали эти новые незнакомые стремления, волей-неволей пришлось обратить внимание друг на друга. Без 10:09 Бигбой в первый раз прыгнул на сомбу из засады, но она не желала отвечать на его заигрывание, так что он погнался за Тайми. А тот мгновенно взлетел вверх на дерево, попробуй-ка достань его там. Но немного спустя он улегся рядом с Бигбоем, и оба дремали до 9:55, потом снова стали вскакивать друг на друга. Затем они в сопровождении сомбы вернулись к тому дереву, где мы встретили их утром. Тайни отметил его, и все трое стали самозабвенно носиться вокруг дерева под моросящим дождем. А в 9:50, запыхавшись, бросились на землю под кустом, чтобы немного перевести дух. Когда дождь перестал, гепарды перешли на термитник и улеглись там. Гепарды отдыхали до 11:30, пока поблизости не показалась пара зебр. Все трое тут же стали к ним подкрадываться. В тот же миг появились 5 грифов, они кружили совсем близко. Должно быть, они давно следили за гепардами, чтобы не терять ни секунды, если тем удастся кого-нибудь убить.
Но их ожидало разочарование. Гепарды вскоре прекратили погони и стали искать тенистое местечко, где можно было бы передохнуть. Сомба улеглась под кустом, а братья на термитнике поблизости. Биг Бой поскреб землю, чтобы устроить себе удобное ложе, а потом поел немного травки. Тут к нему присоединился Тайня, и вскоре оба задремали. Мне было негде укрыться от солнца, чтобы спокойно наблюдать за гепардами, разве что возле термитника, где они устроились. Но там едва хватало места для двух братьев, так что мне пришлось прижаться к подножию термитника и перемещаться вместе с передвигающейся тенью. На мое счастье, обоим братьям слишком хотелось спать, и они не возражали против моего присутствия. А Тайни даже дотягивался лапами то до Биг Боя, то до меня. Надо же удостовериться, что рядом кто-то есть. Он был совершенно неотразим, когда вот так разнеживался. И мне стоило огромного труда остаться верной своим принципам и не приласкать его. А Биг Бой даже во сне не терял свою безграничную самоуверенность. И его сонная физиономия хранила все то же надменное выражение, присущее диким гепардам. Мы так уютно лежали и отдыхали все вместе, что мне начало казаться, будто я сама превращаюсь в гепарда. Около 3 часов дня Сомба подошла к братьям, и они немедленно начали к ней приставать. Но она не была расположена к играм. Потом гепарды с Биг Боем во главе отправились к реке, хотя было еще довольно жарко. Как только они останавливались, чтобы немного передохнуть, Тайни отмечал разные деревья. Берега реки в этом месте были скрыты почти непробиваемой стеной колючих зарослей, и даже гепардам было не под силу пробиться сквозь них. Они попытались в нескольких местах прорваться к воде, но каждый раз напуганные возвращались обратно. Особенно трусила Сомба. Она старалась держаться подальше, позади остальных. Но в конце концов Биг Бой отыскал такое место, где все трое могли одновременно подойти к воде. Я пыталась прорваться сквозь заросли следом за гепардами и как раз выпутывалась из сети лиан, когда увидела, что гепарды внимательно смотрят на пальмовые заросли. Их густой навес совершенно скрывал от глаз противоположный берег. Сообразив, что они вот-вот будут переправляться через реку, я быстро навела камеру и успела снять Тайни, который молнией мелькнул на фоне темных кустов. Затем раздался всплеск, и началось отчаянное барахтание. Биг Бой прыгнул вторым, шлепнулся в быструю речку и выкарабкался на другой берег. Последней прыгнула Сомба, но и ей тоже пришлось искупаться. Идти за гепардами дальше не имело смысла. Пока мы доберемся до противоположного берега, они успеют скрыться. А искать следы в этих непроходимых зарослях совершенно немыслимо. Так что мы просто прислушивались к тревожным крикам обезьянок-вервет. По направлению, откуда доносились эти крики, мы узнавали, куда идут гепарды. Конечно, я сама виновата, что гепарды от меня удрали. Им явно надоело мое присутствие, и они решили, что единственный способ от меня отделаться — это уйти за реку. Обычно я не преследовала их с такой назойливостью, но на этот раз моя настойчивость была извинительна. Мне хотелось узнать как можно больше о первых проявлениях полового инстинкта у гепардов. Насколько я знала, до сих пор никто не имел возможности наблюдать эти моменты в естественных условиях. В надежде перехватить нашу тройку, мы проехали несколько миль выше по течению, где можно было попасть на тот берег на машине. Но когда мы добрались до равнины за прибрежной полосой растительности, там оказалось такое множество буйволов, что пришлось несолоно хлебавши возвращаться домой, и то мы еле успели до темноты. В лагере нас встретил Бен. Он отвозил вещи Джорджа в Наиваше, но сильно задержался. Я спросила его, почему он так мало бывает здесь после моего приезда из Лондона, и услышала в ответ, что ему не нравится делить со мной гепардов, и он всегда предпочитал работать самостоятельно. Что ж, эти чувства вполне понятны, но вряд ли совместимы с должностью моего помощника.
На следующий день он пошел с нами искать гепардов и все время держался поодаль сам по себе. Река Мурера служила границей заповедника, и местность за ней была нам совершенно незнакома. Стоило миновать густые прибрежные заросли, которые простирались примерно на милю от берега, как начиналась идеальная для гепардов местность. Буйная поросль тянется по берегам удивительно красивого сухого русла. Она пересекает заросли и через несколько миль постепенно исчезает. Дальше прибрежная растительность снова покрывает только берега Муреры. И хотя русло наполняется водой только в период дождей, в сухое время года в нем остаются несколько больших луж, у которых собирается множество разных животных. Возможно, их привлекает отсутствие крокодилов, которыми так и кишит Мурера. А сейчас, когда дожди еще не кончились, вся густая стена кустарника была усыпана цветами. Они расцвели везде, куда ни глянь, и в таком сказочном изобилии, что мне было очень трудно сосредоточиться на выслеживании гепардов, а не переключиться на собирание гербария. Впрочем, идти по следу в такой чащобе все равно не удавалось. Мало-помалу заросли сменялись открытой, похожей на парк, местностью. Там и сям были разбросаны термитники, великолепные наблюдательные вышки, а деревья росли отдельными рощицами. В их густой тени хищник мог прекрасно затаиться и поджидать в холодке, пока на него не набредет какая-нибудь дичь. Короче говоря, лучших охотничьих угодий для детей Пиппы не придумаешь. Но только вся эта территория была вне заповедника. Она принадлежала племени Боран, и владельцы отказывались продать эти 300 квадратных миль лесистой равнины, несмотря на то, что здесь было полно мух ЦЦ, и пасти скот все равно было нельзя. Однако браконьеры сюда заходили частенько. К счастью, они держались возле речки Бесанади, которая в этих местах служила единственным водопоем для животных, если не считать Муреры. Но отсюда Бесанади была довольно далеко, и мы надеялись, что дети Пиппы останутся возле Муреры. Однако, как ни обшаривали мы ее берега, гепардов так и не нашли. На другое утро я попросила Бена привезти проволочную сетку из лагеря Джорджа. Вечером, когда мы возвратились, проведя еще один день в бесплодных поисках, я нашла записку от Бена, в которой сообщал, что он снова повредил ногу и уехал в больницу в Найроби. Больше он к нам не возвращался. Теперь мы тщательно обыскивали территорию племени Баран. Каждый день мы переезжали туда и обратно вздувшуюся от дождей Муреру, пытаясь разыскать свежие следы на ее берегах, прежде чем углубиться в равнины за рекой, где мы отмеряли пешком многие мили. Мы уже не обращали внимания на частые короткие ливни. Нам не впервой промокать до костей, лишь бы камеры оставались сухими. Однажды три слона загнали нас в реку как раз в том месте, где только что при виде нас скользнули в воду два огромных крокодила. Мы принялись швырять камни и шлепать по воде как можно громче, так что нам удалось выбраться на другой берег живыми и невредимыми. Но я все больше тревожилась за наших гепардов. На пятый день мы нашли возле скалы леопарда остатки туши антилопы Геренук, а кругом было полно следов гепардов. Через два дня после этого мы снова увидели следы гепардов возле загонов, где держали носорогов. А потом грифы навели нас на убитую жирафу, но рядом с тушей восседал лев. Однако при виде нас он предпочел удалиться, и мы воспользовались возможностью осмотреть добычу. Подойдя поближе, мы убедились, что туша совершенно не тронута, если не считать, что грифы уже начали свое отвратительное дело и выклевывали глаза и язык. Оставались видными только голова, шея и спина животного. А остальная его часть уже погрузилась в засасывающую жидкую грязь. Кругом простиралось болото, и, судя по всему, несчастная жирафа увязла, пытаясь перейти трясину, и погибла долгой и мучительной смертью. Я надеялась только, что грифы налетели уже после. Локаль ухитрился отрезать кончик хвоста жирафы и потом представил его директору
как вещественное доказательство естественной смерти животного. Глава 13. Последние дни с гепардами. Тем временем миновали еще 7 драгоценных дней из того месяца, который мне оставалось провести с гепардами. А мы их все еще не нашли. Однажды под вечер, возвращаясь домой, мы вдруг, повинуясь внезапному побуждению, повернули с главной дороги на кольцевую, хотя оттуда прямо на нас надвигалась гроза. Мы не успели проехать и сотни ярдов, как увидели, что навстречу мчатся на перегонки наши гепарды. Луч солнца как раз в эту минуту прорвался сквозь непроглядную черноту туч и озарил их светлые грациозные фигурки на фоне бурного мрачного неба. Гепарды выглядели чудесно, и мы не сомневались, что именно они убили антилопу Геренук, кости которой мы нашли поблизости. Несмотря на это, они были очень голодны, но у меня с собой ничего не было, и я стала как можно быстрее фотографировать их, пока они не вымокли. С неба уже летели первые тяжелые капли. Гепарды сгрудились в тесную кучку и все время старались стряхнуть себя в воду. Но вскоре терпение у них лопнуло, и они спрятались от дождя под прикрытие зарослей. Когда я попыталась развернуть машину, мы засели в грязи по-настоящему. Теперь настала наша очередь мокнуть. Мы долго откапывались и вылезали из грязи, а потом поползли домой со скоростью катафалка по превратившимся в ручьи колеям в фут глубиной. Следующие 2 дня наши поиски оставались совершенно бесплодными, если не считать, что мы видели отпечатки лап гепардов и прочли по следам, что они гнались за молодым буйволом по дороге к лавовому плато. Я решила искать только в этой местности. Но мне пришлось взять мегафон, я уже совсем охрипла, непрестанно крича «Пиппа! Пиппа! Пиппа!» и так весь день напролет. Первым на зов явился Тайни. Немного погодя показался Биг Бой, а следом за ним подошла и Сомба. Все они тяжело дышали. Должно быть, охотились, хотя нам до сих пор попался в этих местах один лишь носорог. Следы его мы видели и раньше, когда искали гепардов на этом каменистом плато. Гепарды явно очень проголодались. Я была уверена, что им ничего не перепадало, по крайней мере, 3 дня. Они расселись вокруг нас, полные надежды, и ждали мяса, не зная, что я уже не имею права кормить их. Стало очень жарко, и гепарды устроились под маленьким кустиком, который почти не давал тени. Они задремали, обхватив один другого лапами, чтобы чувствовать присутствие друг друга. Но около 2 часов они забеспокоились и встали. Я знала, насколько они голодны. Поняв, что я не дам им мяса, они отправились на охоту в самую жару. Я осматривала окрестности в бинокль, но нигде не видела подходящей для гепардов добычи. Тогда я пошла в сторону скалы леопарда, где было больше дичи, надеясь, что гепарды пойдут за мной. И они пошли. Дорога была долгая, солнце палило нещадно, и они старались прилечь и передохнуть, как только находили хоть клочок тени. Тайни ужасно устал и проголодался. Когда я подходила к нему поближе, он сразу же начинал мурлыкать, а я чувствовала себя отвратительно. Ведь я-то знала, что все равно ничего не смогу им дать, разве что удастся привести их к добыче. Пока братья тащились за мной, Сомба непрестанно высматривала, не движется ли что-нибудь вдали. Но мы повстречали только 3 слонов. А потом вышли на главную дорогу возле поворота на кольцевую, где я оставила свой лендровер. Гепарды, уверенные, что теперь-то наконец их хоть немного подкормят, обнюхивали машины и вертелись вокруг. Но еды все не было. Тогда они ушли на термитник и смотрели на меня оттуда с таким выражением, что я почувствовала себя совершенно несчастной. У Сомбы на физиономии было явно написано: «Но зачем ты тащила нас в такую даль? Неужели только для того, чтобы оставить с носом?» Я заметила вдалеке 2 газелей Гранта, попыталась обойти их и погнать в сторону гепардов. Но мои планы нарушил буйвол. Он вышел из зарослей и прошествовал между мной и антилопами. Потом загонщиками стали Локаль и Стэнли, а я постаралась обратить внимание гепардов на газелей.
они их не замечали. Но тут появились еще несколько буйволов, и все наши ухищрения пошли на смарку. С каждой минутой становилось все темнее, и мне пришлось поскорее уехать. Но я надеялась, что гепарды останутся и отыщут газели Гранта. На другой день гепарды примчались к лендроверу с равнины и уселись на том же термитнике, на котором мы их оставили накануне вечером. Они все еще никого не добыли, хотя прямо у них перед глазами паслись 8 газелей Гранта. Я снова сделала все возможное, чтобы натравить на них гепардов, но они просто-напросто отправились к ближайшему дереву и улеглись спать в его тени. Потом они перешли к небольшому холмику, где слишком припекало, и я не могла рисовать. Пока гепарды отсыпались, я писала письма, сидя в машине. В 2 часа они снова поднялись и пошли в сторону Муреры. До нее было около мили. Первой шла Сомба. Чутко прислушиваясь к малейшему звуку, вытянув шею, она медленно двигалась вперед, шаг за шагом, иногда даже застывала с поднятой передней лапой, только бы не зашуметь. Каждую рощицу или кустик, где могла затаиться антилопа, она обходила кругом. По временам Тайни начинал помогать ей и обходил кустик с другой стороны. Охотясь, Сомба была удивительно хороша. Она казалась такой счастливой и так напоминала мне Пиппу. Странно, но у этих 3 детенышей Пиппы были гораздо более курносые морды, чем у матери и всех ее старших детей. Наконец Сомба и Бигбой подняли самца малого Куду и устроили славную гонку. Меня удивило, что они решились напасть на такое крупное животное. Я вздохнула спокойнее, когда они немного погодя прекратили погоню. Потом мы повстречали еще несколько кан, ориксов и жираф. Но все это была слишком крупная добыча для гепардов. Гепарды непрерывно двигались уже 3 часа подряд и теперь ушли в заросли. Они оказались совсем близко у реки. Я побоялась, что они уйдут на ту сторону, если я буду слишком настойчиво их преследовать, поэтому решила уехать, хотя было всего 5 часов. На закате мы с директором заповедника заметили наших гепардов возле скалы леопарда, а потом не видели их несколько дней. Мы бродили в поисках следов с рассвета до темноты, и как-то к вечеру пошли туда, где 50 грифов снижались к дереву. Мы очень надеялись, что птицы приведут нас к гепардам у новой добычи. Но когда мы стали подходить, все птицы перелетели на другое дерево, и этот маневр повторялся каждый раз, как только мы подходили поближе. И нигде не было ни признака добычи, ни одного следа хищного зверя. Неизвестно, чем объяснялось такое скопление падальщиков самых разных видов. В другой раз, проискав гепарда все утро, и окончательно измучившись, мы собирались позавтракать на берегу Муреры. Здесь река быстро бежала мимо скалистого обрыва, поросшего пальмами, фиговыми деревьями и акациями. Ползучие растения так оплели деревья, что образовался зеленый шатер, под тенью которого мы и устроили пикник. Несмотря на то, что река внизу оглушительно шумела, и всюду, куда ни глянь, суетились птицы или насекомые, меня охватило слегка жутковатое чувство, ощущение потери времени и ощущение вечности, столь же непрерывной, как сама жизнь. Почему только здесь я чувствую себя в безопасности, а там, в цивилизованном мире, который человек нагородил вокруг себя, я никогда не могла найти покоя? Здесь меня окружает нечто неизменное, и в этом сосредоточивается вся жизнь во всех ее проявлениях. Но в цивилизованном мире нет ничего, кроме человека. Я думала, только бы мне удалось помочь сохранить это неизменное, вечное, для начала помогая сохранить жизнь диким животным. А ведь они — ключ к пониманию всего. И если бы мне удалось это делать, я считала бы, что жизнь моя не прошла даром. Было 15 декабря. Оставалось совсем немного времени, пока я еще могла участвовать в жизни гепардов. И к моему несказанному огорчению столько дней уже прошло даром в бесплодных поисках. Интуиция говорила мне, что гепарды все еще на территории племени Баран.
Действительно, там мы и нашли их на следующий день. До сих пор они не сумели добыть себе пищу, и теперь, после недельной голодовки, тазовые кости у них так выпирали, что было страшно смотреть. Они старались охотиться по мере сил, но трава так выросла, что найти добычу стало очень трудно, и я решила накормить их. Я знала, что поступаю правильно. Нельзя было допускать, чтобы в период спаривания они были в ослабленном состоянии. И к тому же мне не хотелось терять связь с ними и уникальную возможность узнать еще больше об их поведении в это время. Я утешала себя тем, что гепарды находятся за пределами заповедника, и таким образом права администрации на них уже не распространяются. Пока я ездила за козой, Локаль оставался с гепардами, ему было поручено следить, куда они пойдут. Когда я вернулась, он рассказал мне, что Сомба не давала ему пошевельнуться, угрожая броситься на него, но терпела его присутствие, пока он стоял неподвижно. Гепарды с неимоверной жадностью набросились на козью тушу и прикончили ее за полчаса. Убедившись, что ничего съедобного уже не осталось, они ушли под дерево. Я, как всегда, пошла за ними со своим альбомом, но они перебрались к другому дереву, недвусмысленно показывая, что мое присутствие нежелательно. Немного спустя я решила снова попытать счастье, но столь же безуспешно. Тогда я стала смотреть на них издали в бинокль. На другое утро мы нашли гепардов у того же сухого русла. Ниже по течению оно пересекало прибрежные заросли, широкой полосой обрамлявшие муреру, а здесь проходило по открытой равнине, и на его берегах росло несколько пальм дум и кусты суаки. Гепардам было удобно укрываться здесь в жаркие часы, и отсюда открывался широкий вид на окрестности. Воды было совсем немного, каких-нибудь несколько дюймов, и в ней можно было бы восхитительно плескаться. Но гепарды решали замочить лапы только в крайнем случае и предпочитали перепрыгивать в воду. Животы у них все еще были набиты после вчерашнего пира, и я решила не кормить их, а просто смотрела, как они играют и лижут друг друга. Они явно избегали меня и уходили, как только я приближалась. Так что к 2 часам дня мы вернулись домой. На следующее утро лег такой густой туман, что ничего не было видно уже в нескольких ярдах. Я поставила машину возле терминалии. В хорошую погоду отсюда открывался великолепный вид на всю равнину и на сухое русло. Но в этот раз приходилось рассчитывать только на то, что гепарды прибегут, услышав звук автомобильного сигнала. И правда, вскоре 3 очень голодных гепардов вышли из тумана. На них оказалась масса клещей. Никогда не приходилось мне видеть, чтобы они были так усыпаны этими паразитами. Но все мои попытки снять клещей были встречены в штыки, и я отправилась добывать козу, чтобы набить их голодные желудки. Тем временем туман пропал, и когда я вернулась, солнце уже так пекло, что я накормила гепардов прямо под терминалией, и здесь хватало тени на всех нас. Биг Бой проглотил свою долю в 2 счета, пока Тайни спокойно жевал жир, отрывая его изнутри козьей шкуры. Он так увлекся этим лакомством, что не обращал внимания на более питательную еду, которую я успела утаить от его ненасытного братца и сестры. На этот раз гепарды не занимались любовными играми и опять ушли от меня подальше, как только покончили с едой. На следующий день мы снова нашли их возле терминалии. С этих пор она стала местом наших встреч. Я смотрела, как они прижимаются друг к другу, обхватывают друг друга лапами. Это я и назвала любовными играми. Часа через 2 Тайни очень разошелся и, прижимаясь к Бигбою, нежно обнял его. Наконец они оба подбежали к ближайшему дереву, обнюхали его со всех сторон и, подставив хвосты торчком, опрыскали его. Проделав это еще несколько раз, они стали кругами гоняться друг за другом. Потом встали на задние лапы, стали шлепать друг друга передними и все больше приходили в возбуждение. Сомба невозмутимо смотрела на братьев, а потом побежала рысцой к сухому руслу. Тайни и Бигбой моментально отправились за ней следом, и все скрылись под кустом суаки, где оказалось прекрасное логово возле самой воды. Я почти не видела гепардов сквозь густые ветви, но, тем не менее, мне показалось, что они смотрят на меня,
как будто хотят сказать: «Наконец-то мы отыскали место, куда тебе нипочем не забраться». На следующее утро, 19 декабря, весь заповедник снова потонул в густом тумане. Мы прошли по следу гепардов больше 3 миль, и снова я звала: «Пиппа, Пиппа, Пиппа». Наконец я увидела сидящего на дереве гепарда. Некоторое время я наблюдала за ним, но он не трогался с места. Я опять позвала, но гепард не обратил на мой зов никакого внимания. Что же это такое? Если это один из наших 3 гепардов, то где же все остальные? А если гепард дикий, почему он не убегает? Я оставила своих помощников на месте, а сама потихоньку стала подходить поближе к гепарду. И вдруг узнала Уайти. Очевидно, она услышала знакомое имя Пиппы и пришла сюда. Она была жива и здорова, стала очень большой и до сих пор сохранила все обаяние, которое отличало ее, когда она была еще малышкой. На всякий случай мы носили с собой банку сгущенного молока. Я дала его Уайти. Прошло 2 года и 3 месяца с тех пор, как я кормила ее в последний раз. С тех пор я видела ее всего однажды, год назад, когда она была на сносях. И все же, несмотря ни на что, она подошла ко мне так доверчиво, как будто мы никогда не расставались, и стала лакать молоко в нескольких футах от меня. Потом она уселась на поваленном дереве, так что ее силуэт четко рисовался на фоне неба. Можно было подумать, что она специально позирует. Я дала ей еще молока, подняв мисочку прямо к ее морде. Тут она негромко зарычала, но все же вылакала все молоко без остатка. Но вот она пристально осмотрела окружающие заросли, потом спрыгнула с дерева и снова скрылась, ушла в свой мир, в свои владения. Глядя ей вслед, она уходила не торопясь, я почувствовала ни с чем не сравнимую радость. Уайти жила на свободе уже больше 2 лет. Поскольку при прошлой встрече она была беременна, я подумала, что, может быть, она возвращается обратно к своим детенышам. И все же она признала во мне старого друга, хотя я не проявила ни малейшего желания вернуться вслед за нами в свой прежний дом. И если бы мне пришло в голову просить награды за все мучения, которые пришлось пережить в эти несколько лет, именно это и было бы величайшей наградой, какую только можно было придумать. Некоторое время спустя мы повстречали всю нашу тройку в полумиле от этого места. Мне было бы интересно знать, видели ли они Уайти, и как они отнеслись друг к другу при встрече. Может быть, Уайти встретил бы их по-матерински, а может, увидел бы в них чужаков на своей территории. Или, может, статься, она заинтересовалась бы бигбоем и Тайни, а с Сомбой начала бы сражаться, как с соперницей. Я увидела, что гепарды очень голодны, и поехала за мясом, оставив локаль на страже. За те 2 часа, пока меня не было, он ухитрился подманить гепардов к терминалии. Там они и дожидались моего возвращения. Туша исчезла почти в мгновение ока, и гепарды отправились отдыхать. Вскоре они спали так крепко, что им уже не мешало мое присутствие. Я сидела рядом с ними, рисовала и фотографировала. Да, это было невероятно трудно — оставаться верной своим правилам и не прикасаться к гепардам, особенно когда шелковистый хвост Сомбы скользнул по моим ногам. Но я вспомнила Уайти и снова подумала, что никогда нельзя быть эгоистичной в любви к этим малышам, если я хочу, чтобы они так же счастливо жили на свободе, как прежние дети Пиппы. На другой день мы опять до полудня занимались поисками. И напрасно. Гепарды ждали нас под той же терминалией, где я оставляла свой лендровер в прошлый раз. Все они были в очень игривом настроении, а Тайни больше всех. Всесильный инстинкт заставлял его не только налетать на Бигбоя и Сомбу, но даже обнимать деревья или, сломя голову, носиться вокруг, словно он не знал, как справиться с этим непреодолимым желанием. Но вот он совершенно выбился из сил и бросился на землю возле Бигбоя и Сомбы. Все 3 уснули. Теперь гепарды проспят все жаркое время дня, и я могу спокойно уехать и посмотреть, на каком расстоянии отсюда находится ближайшее поселение племени Баран. Я беспокоилась потому, что недавно до меня дошел слух, что правительство собирается поощрять попытки африканцев
заниматься земледелием как раз в этих местах. Я вела машину по дороге на границе заповедника, и мне пришлось проехать примерно милю по очень густому лесу. Зная, что гепарды предпочитают открытую местность, я надеялась, что лес послужит им преградой, и они не станут в него углубляться. Потом я переправилась через Бесонади и, проехав еще 2 мили по открытой местности, выехала на берег речки Кинна. В этом месте она течет параллельно Бесонади, а в нескольких милях ниже по течению впадает в нее. Как только я переехала Кинну, передо мной оказались первые крытые травой хижины племени баран, возле которых были разбросаны небольшие клочки земли, засеянные пшеницей и кукурузой, да паслись несколько тощих коз. И все это в каких-нибудь 4 милях от того места, где сейчас спали мои гепарды. Мне оставалось только надеяться, что им больше придется по вкусу местность на другом берегу реки, да полагаться на инстинкт, который заставляет их избегать незнакомых людей. За 4 следующих дня я не видела, чтобы гепарды спаривались, хотя, возможно, они уже успевали наиграться рано утром, пока мы их искали. Но они все время обращались друг с другом очень нежно, непрестанно ласкались и даже в самую жару отдыхали рядом, крепко прижимаясь друг к другу и облизывая один другому языки. Братья часто отмечали деревья, иногда это было одно и то же дерево, но одновременно к одному дереву они не подходили. Сомба никогда не занималась таким мечением территории, хотя часто испражнялась на пеньках или термитниках, если они попадались поблизости. Все эти дни гепарды не уходили дальше, чем на милю от терминалии, хотя нам не раз приходилось часами разыскивать их. 2 дня подряд все трое с огромным интересом наблюдали за маленьким стадом газелей Гранта, но поймать добычу им удалось только на 3-й день, судя по их туго набитым животам. И хотя они об этом и не догадывались, на этот раз они самостоятельно добыли себе рождественское угощение. Это был 5-й Новый год с тех пор, как я основала свой лагерь, чтобы жить с Пиппой и ее детьми в заповеднике Меру. И, как ни печально, это Рождество было для нас последним в этих местах. Словно для того, чтобы возместить нам потерю Пиппы, вся окружающая местность превратилась в фантастическую новогоднюю декорацию. Ранним утром ветви кустарников клонились под тяжестью росы, и каждая капелька горела всеми цветами радуги. А кружева паутины сверкали на солнце, как переливающиеся новогодние украшения, развешанные на каждой веточке. И это длилось до тех пор, пока горячее солнце не превратило сверкающее чудо в пар. Примерно в 5 часов гепарды пошли к сухому руслу и затеяли чудесную игру. Тайни с победоносным видом пронес как знамя лист пальмы дум. Разумеется, остальные бросились за ним и устроили кучу малу. В конце концов, они совсем позабыли про лист. Потом все принялись прыгать зад-вперед через русло. Эти скачки всполошили всех местных лягушек, и те с плеском посыпались в воду, как монетки, которые бросают, загадывая желание. Гепардам это очень понравилось. Они уселись на берегу и до самой темноты наблюдали за лягушками. Но тут нам пора было ехать домой. На следующее утро, когда мы приехали, гепарды уже вышли на охоту. Я следила за ними издали, чтобы не помешать. И, насколько мне было видно, они тщательно обследовали каждый кустик и прислушивались к малейшему звуку. Но нигде не было никакой живности. Только сонный буйвол лениво поднялся с земли и, на мое счастье, потрусил в другую сторону. Немного спустя я увидела, что братья забрались на термитник. Но в ту же минуту спрыгнули вниз и, что было сил, помчались прочь. Тут я заметила стаю бабуинов. Их головы высовывались из травы на порядочном расстоянии от термитника. Хотя наши гепарды стали уже почти совсем взрослыми, они до сих пор трепетали перед бабуинами, потому что те умели карабкаться на гладкие стволы пальм дум, а гепардам это никогда не удавалось. Немного позже мы увидели Тайни высоко на дереве акации. Он высматривал добычу. Гепарды явно проголодались, а поблизости я не заметила никакой дичи, не считая жирафа, так что я решила дать им козу.
Дикие гепарды обычно убивают добычу через день. Я учитывала это расписание, когда приходилось кормить оставшихся без добычи гепардов. Потом я смотрела, как гепарды поедают козу. И меня рассмешило то, что Тайни и Сомба припирались из-за кусочка мяса в полном неведении, что Биг Бой тем временем съел подчистую все остальное мясо. Поглощенный борьбой с Сомбой, Тайни вдруг издал какой-то новый резкий вопль, который, казалось, отпугнул Сомбу. Потом он успокоился и принялся за еду. Через несколько секунд оба они мирно жевали один и тот же кусок мяса, почти соприкасаясь носами. Подобрав все мясо до последнего волоконца, гепарды ушли к сухому руслу и исчезли в зарослях. Больше мы их в этот день не видели. На другое утро, 29 декабря, мы подошли к ним, когда они, не спуская глаз, смотрели на антилопу Геренук. Сомба, прижимаясь к земле, стала подползать к антилопе, но подняла двух буйволов, и они, конечно, испортили ей всю охоту. Тогда гепарды медленно побрели к руслу, и тут на Тайни напало такое возбуждение, что он чуть ли не набросился на Биг Боя. Тем временем подошли буйволы. Подняв мощные головы, они принюхивались к нашему запаху, оставаясь в какой-нибудь сотни ярдов от нас. Но их присутствие не помешало Тайни упорно преследовать Биг Боя, пока они не скатились в воду, подняв целую тучу брызг. Я не выдержала и громко расхохоталась, но тут же пожалела об этом. Никогда я не видела двух более озадаченных гепардов. Стоило посмотреть, как они отряхивались и понуро брели обратно к берегу. Разумеется, эта процедура охладила пыл Тайни. Чтобы дать гепардам время опомниться и вновь обрести чувство собственного достоинства, я ушла в машину и стала писать письма. А они легли отдохнуть и переждать жару под кустик невдалеке от меня. Около 5 часов Тайни снова забеспокоился. И теперь я успела заснять на пленку, как братья вскакивают друг на друга. Оба они совершенно меня не замечали, хотя все это происходило прямо у моих ног. А Сомба тем временем сидела рядом со мной и смотрела на них с невозмутимым спокойствием. Как только братья успокоились, Биг Бой пошел прочь. Жара еще не спала, но он уходил с таким решительным видом, что Тайни и Сомбе волей-неволей пришлось идти следом, не оставаться же в одиночестве. Несмотря на то, что только вчера они получили от меня козу, они явно проголодались и отправились на охоту. Биг Бой был, конечно, предводителем, но всю черную работу он предоставил Сомбе. Она карабкалась на каждое дерево, с которого можно было увидеть добычу, и вообще следила за окружающим гораздо внимательнее, чем братья. Обычно Тайни активно участвовал в охоте, но на этот раз ему было слишком жарко, и он просто-напросто отлынивал. Так мы шли примерно час. И тут гепарды, пыхтя и отдуваясь, бросились на землю в тени развесистого куста на расстоянии нескольких ярдов друг от друга, а я села совсем близко к Тайне. Вот он поднялся среди волнующейся травы, словно врезанный в яркую синеву небо, сгущенную сиянием вечернего солнца. Трудно было вообразить себе что-либо прекраснее. Но для меня это было нечто большее, чем великолепное дикое животное среди величественной африканской равнины. Мне показалось, что мы перенеслись в те далекие времена, когда человека и зверя еще соединял дружеский союз, когда они доверяли друг другу. Как мне хотелось прижать к себе Тайни, и чтобы этот миг длился бесконечно. Но я знала, что через несколько дней все это волшебство должно быть разрушено, и мне нужно заранее подготовить Тайни к той жизни, в которой он не должен доверять другим людям, тогда он не попадет в беду. И теперь я старалась растянуть эти драгоценные минуты, с болью думая о том, что скоро, слишком скоро они превратятся всего лишь в дорогое воспоминание. К счастью, гепарды, которым не дано было узнать эту боль, снова продолжили охоту. Они зашли на территорию баран гораздо дальше, чем когда-либо раньше, и, наконец, обнаружили нескольких зебр, с которыми был же ребенок. Биг Бой и Сомба мигом забрались на дерево, а Тайни вскарабкался на раздвоенный сук, и все они стали следить за зебрами. Но они слишком долго составляли план охоты, так что в конце концов решили ее отменить
и устроились отдыхать под деревом. Я почувствовала облегчение. Жеребенок все же был слишком крупным для гепардов. Я смотрела на них. Они были невероятно хороши в мягком сиянии заходящего солнца. Стало быстро смеркаться, и нам пришлось поспешить домой. Рано утром мы приехали к терминалии, и я тут же увидела в бинокль двух львов. Они шли вдоль сухого русла в ту сторону, где мы вчера оставили гепардов. И хотя я боялась, что гепарды сбежали, услышав львиное рычание, мы все же шаг за шагом прочесали всю местность, где видели их последний раз, но совершенно безрезультатно. На другой день мы 8 часов кряду под палящим солнцем бродили по равнине, похожей на гепардовый рай. Она была вся испещрена следами дукеров, но снова не нашли никаких признаков присутствия гепардов. На следующий день мы с рассвета до заката обследовали новую территорию, включая полосу растительности, которая вела к реке Бесанади. Там заросли превратились в такую чащобу, что локалю то и дело приходилось взбираться на деревья, чтобы определить, где мы находимся. Проходил самый последний день, когда мне еще разрешалось встречаться с гепардами, и я готова была на все, чтобы только отыскать их. Конечно, рассудок подсказывал мне, что это даже к лучшему, что они ушли от нас в азарте охоты, они надеялись до последней минуты, что я их накормлю. Но все равно мне было бы очень тяжело уезжать отсюда, так и не повидав своих малышей в последний раз. Однако я, по крайней мере, имела право утешать себя тем, что дети Пиппы теперь смогут жить совершенно свободной жизнью среди дикой природы, что я оставляю их в прекрасном состоянии, и они вполне подготовлены к любым неожиданностям. Стоит ли говорить, что по собственной воле я не расставалась бы с ними хотя бы до тех пор, пока не узнала бы, понесла ли Сомба, ей было сейчас 17 месяцев, и будут ли братья кормить ее во время беременности и потом, когда у нее будут маленькие. Мне хотелось узнать, когда эта тройка распадется, и как они сумеют поделить охотничьи угодья, какие новые территории им придется освоить, чтобы не сталкиваться со старшими детьми Пиппы, и что произойдет, если они повстречаются. Но, несмотря на то, что я объясняла администрации заповедника, какие неиспользованные уникальные возможности мне представляются, чтобы изучать неизвестные до сих пор особенности поведения гепардов, на все мои просьбы продлить пребывание в заповеднике был один ответ — категорический отказ. Что ж, я сделала все, что могла, и мне оставалось только приезжать в заповедник время от времени и надеяться, что когда-нибудь в будущем я снова увижу детей Пиппы. Директор разрешил мне во время этих посещений разбивать лагерь на старом месте и обещал, что позволит локалю сопровождать меня при условии, что я буду платить ему жалование сверх причитающейся ему зарплаты старшего надсмотрщика за белыми носорогами, ибо теперь он был возведен в эту должность. В довершение всего директор сказал мне, что с меня не будут брать входную плату, как с остальных туристов, когда бы я ни приехала в Меру. На этом мы и расстались. Это было 2 января 1970 года. Глава 14. Грустные посещения заповедника Меру. Мне удалось снова приехать в Меру только 23 марта. Я перенесла 3-ю операцию, и больная рука очень медленно заживала. К этому времени уже должны были начаться недолгие, но очень сильные дожди. Я решила не обращать внимания на плохой прогноз погоды и поехала вместе со Стэнли в Меру. Мы добирались туда целый день. И хотя я знала, что после моего отъезда в январе лагерь предали огню, было нелегко выдержать, когда уже вечером мы подъехали к тому месту, где 4,5 года был мой дом, и увидели, что все уничтожено, и только пепел остался на опустошенной земле. Стэнли и Локаль от души радовались встрече. Я была им благодарна за то, что их веселая болтовня нарушила окружавшие нас печальное безмолвие. Мы раскинули палатки, и мужчины пошли к себе, а я отправилась на могилу Пиппы. Это все, что осталось от нашего счастливого дома. На рассвете меня разбудило птичье щебетание.
Здесь нас не разделяли стены, как в комфортабельном доме на озере Наиваша. Я чувствовала, что снова сливаюсь в единое целое с птицами, торжественно встречающими восходящее солнце. Не успел Стэнли принести мне утренний чай, как объявились все мои старые друзья. Они тоже хотели получить свой обычный завтрак. Скачки и голуби с нетерпением ждали проса. Блестящие скворцы — шкурки от бекона. Прилетел даже нелепый скворец-уродец. Когда он был совсем еще маленький, его загнали на самое дно иерархии клевания. Зато теперь он летел прямо в палатку и устроился у самых моих ног. Я захватила с собой достаточно припасов, так что птицам не пришлось разочароваться, хотя, по правде говоря, я не ожидала, что друзья встретят меня с прежним доверием. Потом я поторопилась осмотреть окрестности лагеря. Раньше возле лагеря было всего несколько отдельных пятен, поросших жесткой травой, но с тех пор целых 2 года растительность не поджигали, и здесь разрослись такие джунгли, что пастись в этих местах, не опасаясь хищников, могли только слоны, буйволы да жирафы. Мне было вполне понятно, почему никто из детей Пиппы не возвращается сюда после ее гибели. Если не выжечь эту чащу как можно скорее, все захватят деревья и кустарники, и небольшим животным здесь вовсе нечего будет делать. Тяжелые тучи уже громоздились со всех сторон. Нельзя терять ни минуты, если мы хотим отыскать гепардов. Мы выехали и по дороге повстречали жирафу, шея которой где-то в середине переламывалась под прямым углом, примерно с фут тянулась горизонтально, а потом столь же резко снова принимала вертикальное положение. Но, очевидно, такой необычайный зигзаг не мешал жирафе пастись, не ограничивал ее движение, да и в стаде она была на равных правах со всеми. К сожалению, это была единственная достопримечательность, которая попалась нам за 3 следующих дня. В эти дни мы уж не знаю, сколько раз промокали до костей, и большую часть времени потратили на выволакивание лендровера из грязи. Отыскивать следы на раскисшей земле было все равно невозможно, и я решила вернуться на озеро Наиваша, пока мы не застряли здесь из-за дождей на много недель. Я уезжала с тяжелым сердцем, мне ничего не удалось узнать, кроме того, что в январе наших гепардов видели возле пограничной дороги неподалеку от Бессонади. Вторая моя поездка с 20 по 26 июля оказалась более удачной. Нам сразу же сообщили, что недавно возле канавы Ганса видели совсем ручную самку гепарда в сопровождении 3-месячного детеныша и очень недоверчивого самца. Предполагали, что это была одна из дочерей Пиппы. Кроме того, возле ворот, выходящих к реке Мурера, видели 2 крупных самцов, должно быть, Тайни и Бигбоя. Еще одна самочка с 2 малышами часто появлялась возле Кенмер-лоджа. Поведение ее тоже приняли за одну из дочерей Пиппы. И, наконец, поступили сведения, что одна самка живет на другом берегу Роя-Веру, а одинокий самец бродит возле загона белых носорогов. Все эти сообщения были очень утешительными, но я хотела собственными глазами по узору пятен возле хвоста убедиться в том, что это дети Пиппы. Нам повезло в первый же день. Ранним утром, когда мы ехали по дороге вдоль болота возле Муреры, наше внимание привлекли грифы, и тут я увидела гепарда, сидящего под кустом в какой-нибудь 100 ярдов от дороги. Он не двинулся с места, когда я, потихоньку подходя к нему, стала звать «Пиппа». Когда я подошла примерно на 20 ярдов, 2 почти взрослых детеныша выскочили из укрытия и дали стрекача, а мать продолжала смотреть мне прямо в глаза и отошла только тогда, когда я приблизилась к ней на расстоянии вытянутой руки. Увидав ее сзади, я сразу узнала Тату. Прошло 2 года и 10 месяцев с тех пор, как я кормила ее в последний раз. А виделись мы с ней 1 год и 7 месяцев назад, да и то всего несколько минут. Если судить по возрасту детенышей, в тот раз она была беременна. Отбежав немного, Тату остановилась и подпустила меня совсем близко. Я принесла ей миску с молоком и поставила на землю. Но Тату не обратила на нее внимания и стала уходить. Она всю жизнь обожала молоко.
Я решила вторично попытать счастье. Но она и смотреть на него не хотела. Сразу уходила, едва я показывала ей миску. Так мы и шли в ту сторону, куда убежали детеныши. А за нами на порядочном расстоянии следовал локаль. Тату то и дело звала детей низким стонущим звуком, который я так хорошо знала. Пиппа всегда издавала такой звук, когда волновалась за своих детей. Наконец Тату остановилась и села, а я устроилась рядом под деревом. Мы были сейчас в нескольких сотнях ярдов от Мулики, неподалеку от мест, которые облюбовала Пиппа, сразу же по приезде в заповедник. Она провела там 3 месяца. Как чудесно было сидеть здесь рядом с дочерью Пиппы и ее внуками. Им теперь было примерно столько же, сколько тогда Пиппе. Тату замолчала, но все еще пристально смотрела в сторону Мулики. Было ясно, что детеныши нас боятся, и она не хочет выдавать нам, куда они спрятались. Поэтому мы вернулись в лагерь к 2 часам, чтобы наскоро перекусить. Около 5 приехали снова. Я заметила, что вдалеке мелькнули 2 молодых гепарда. Они мчались к реке, но на таком расстоянии мне не удалось определить их возраст. Тату сидела на том же месте, где мы ее оставили, и старательно вылизывала что-то у себя в паху. Когда она улеглась, я увидела, что она лизала открытую рану размером с мою ладонь. Кожа вокруг почернела, но рана казалась чистой. Я пришла в ужас. Утром я не заметила, чтобы она хромала, и совершенно не представляла, как могла образоваться такая рана, ведь она была на месте, которое слишком хорошо защищено, так что вряд ли была нанесена в драке, да и не похоже, чтобы ткани были порваны. Быть может, это абсцесс, возникший на месте укуса клеща, или очень поверхностный змеиный укус, от которого, тем не менее, ткани начали распадаться. Я попыталась разглядеть рану получше и даже заснять ее, чтобы потом показать ветеринару. Но Тату меня не подпустила. Она направилась к реке, не переставая призывать детей. Потом перешла реку вброд. Очевидно, они прятались на той стороне. Я взглянула в ту сторону, куда смотрела Тату, но увидела только носорога, который надвигался прямо на нас. Тату так превосходно выглядела, стоя на термитнике в свете заходящего солнца, что никто и не заподозрил бы, что она страдает от мучительной раны. Я не хотела переходить Мулику, а решила ехать домой и просить директора о помощи. После того, как я объяснила ему суть дела, он разрешил мне кормить Тату, чтобы она поскорее выздоровела. Поэтому наутро, не мешкая, мы поехали искать козу, но прошел почти целый день, прежде чем удалось найти козу, которую соглашались продать в самой глубине территории племени Баран. Только вечером мы приехали на то место, где я рассталась с Тату, и определили по следам, что она перешла Мулику и присоединилась к своим детенышам. Но когда след пошел по каменистой почве, мы его потеряли. С той поры мы только и знали, что искали Тату, но день за днем проходили в изматывающих скитаниях, а следов Тату или ее детей мы не находили. Нам не попадался ни один из тех 14 гепардов, которых видели здесь на прошлой неделе, хотя, судя по следам, они были где-то здесь. Дети Тату, видимо, только-только научились помогать ей в охоте. После того, как она была ранена, они бы не выжили, если бы не сумели охотиться вместе с ней. Меня грызло беспокойство за Тату. Вдруг она еще больше повредит себе во время охоты. И поэтому мы исколесили и прошли пешком совершенно невероятные пространства. Но трава поднялась так высоко, что можно было пройти в нескольких футах от гепарда и не заметить его, особенно если он не хотел быть замеченным. А лучших мастеров затаиваться, чем гепарда, сыскать трудно, так что, по всей видимости, поиски наши были обречены на провал. Мне предстояло в 4-й раз оперировать руку, и операция была назначена на ближайшие дни. Вот почему я решила уехать из заповедника и вернуться в начале октября, когда трава уже будет сожжена, и нам будет легче увидеть гепардов на черном фоне опаленной земли. 3-е посещение заповедника Меру было намечено на 5-е, 23 октября.
Первое же утро в лагере Пиппы все мои пернатые друзья слетели за кормом так же доверчиво, как и раньше. Такое же постоянство проявили две газели Гранта и пятерка зебр Гриви. Позднее, проезжая на машине, мы видели их в тех же местах, где они держались в течение всех 5 лет, что я их знал. И мой старый приятель Молотоглав тоже продолжал рыбачить на известняковой отмели ниже лагеря и все еще был верен старому дому, хотя мог бы теперь таскать рыбу из бетонированного бассейна. Я была очень рада, что он мужественно пережил трудное время, когда всюду вокруг вели шумные дорожные работы, строились дороги, чтобы открыть туристам доступ к равнинам заповедника. Я с особой остротой почувствовала, какое счастье выпало на мою долю. Жить в заповеднике с Пиппой, когда здесь была еще нетронутая глушь, и хотя значительные средства на благоустройство заповедника были отпущены из фонда Эльсы, мне было больно видеть, как множество дорог расчертили прямыми линиями некогда свободный мир Пиппы. Некоторое время спустя, проезжая песчаную полосу возле Мулики, на которой Пиппа так часто играла с детьми, я заметила в траве чьи-то настороженные уши. Я подумала, что это кто-нибудь из детей Пиппы, и крикнула «Пиппа!». Но это оказалась молодая львица. При нашем приближении она скользнула в траву. Через полмили мы последовали за грифами, спускавшимися на скалистый гребень. Они целой тучей навалились на компанию марабу, пировавших на высохшей слоновьей туши. Клыки были отпилены, но туша оставалась нетронутой и была похожа на мумию. Судя по всему, слон погиб очень давно, и мне было невдомек, чем могут поживиться эти любители падали. Под туго натянутой толстенной кожей оставался голый скелет. До вечера мы напрасно проискали гепардов, а потом вернулись в лагерь. Было 7 октября, первая годовщина со дня смерти Пиппы. Еще в прошлый раз я заметила, что на ее надгробии появились трещины, должно быть, их проделали бабуины. Кругом лежал их помет. Как видно, они любили резвиться возле надгробия и вполне могли выцарапать цемент, пытаясь добраться до ящериц и жуков, которые всегда нежились на солнышке среди могильных плит. На сей раз я захватила с собой цемент, залила трещины и привела могилу в порядок. Потом села и прислонилась спиной к надгробию. Я и раньше приходила сюда посидеть вот так. Взошла луна, и заросли озарились серебристым светом, смягчившим резкие линии. Какой мир и покой царили здесь! Если бы только я еще могла быть спокойной за судьбу детей Пиппы! Я старалась утешить себя, вспоминая, что сама Пиппа совершенно безболезненно рассталась с детьми, едва не научились жить самостоятельно, хотя она всегда была очень заботливой матерью, пока они нуждались в ее помощи. Но ничего не помогало. Разумеется, я прекрасно знала законы природы, да только никакая наука не могла дать мне уверенности, что они живы-здоровы. Поэтому с раннего утра мы опять отправились на поиски и так снова искали день за днем, по много часов проводя в машине, чтобы добраться до дальних уголков заповедника, где могли оказаться гепарды. Однажды невдалеке от прежнего лагеря Джорджа мы увидели одинокого гепарда, но как только я пошла к нему и произнесла имя Пиппы, он скрылся. Потом мы увидели массу падальщиков, которые спускались на дальний край большого болота, окружавшего лагерь Джорджа. Целых полчаса я пробиралась на лендровере по бездорожью, пока, наконец, не подъехала достаточно близко. Тут я увидела молодую львицу, которая решительно направлялась к тому же месту, куда слетались птицы. При ее приближении они улетели на ближайшее дерево. Львица пошла дальше, и тут перед ней, как из-под земли, вырос носорог. Оба зверя замерли на месте. Но львица, недолго думая, смазала носорога по носу. Тому это явно пришлось не по вкусу, и он отступил назад. Так он и стоял лицом к лицу с львицей. Она через несколько минут уселась, не спуская глаз с носорога. Носорог повернулся и степенно удалился. Тогда львица молниеносно схватила тушу какого-то животного, которое лежало как раз между ними, скрытой высокой травой. Нас и зверей разделяло ярдов 400.
и потому никому из нас не удалось разглядеть, какое это было животное. Однако ноша была не из легких, потому что львица довольно долго оттаскивала ее в сторону. Обычно львы и носороги стараются избегать друг друга, но на этот раз носорог, как видно, заинтересовался убитым животным. Слишком уж долго он не уступал львице. Быть может, у самки носорога был выкидыш, и падальщики привели к этой добыче и нас, и львицу. Но и ей, и нам понадобилось немало времени, чтобы добраться до места. Носорог, который охранял мертвого детеныша, к тому моменту решил уйти. Если бы детеныш был жив, он этого не сделал бы. Мы хотели позавтракать на природе, там, где некогда был лагерь Джорджа, но обнаружили, что здесь уже обосновалось стадо импала. Грациозные антилопы, стоя в тени двух раскидистых деревьев, осенявших лагерь Джорджа, представляли собой изумительно красивое зрелище. Антилопы больше походили на фриз, чем на живые существа. Они стояли в тени совершенно неподвижно, пережидая полуденную жару. Земля уже покрылась густой растительностью, и трудно было себе представить, что всего год назад здесь жили и работали люди. Была какая-то горькая ирония в том, что природа так быстро вновь завладела землей, оставленной человеком. Повсюду новые дороги, как свежие раны, рассекали девственные просторы равнин. Вдоль дорог мы часто находили следы гепардов, которые пользовались этими путями для переходов. Но хотя мы, подобно гончим псам, бросались по каждому следу и проходили нескончаемые мили, только однажды вечером нам попался одинокий гепард. Солнце клонилось к закату, и множество животных приходило к болоту на водопой. Локаль следил за одиноким ориксом, как вдруг недалеко от него увидел, наконец, двух гепардов. Как ни старались мы подобраться к ним незаметно, они заметили нас и почти сразу скрылись в густых зарослях, так что я не смогла на таком расстоянии узнать их, даже бинокль не помог. Мы пошли за ними так быстро, как могли, одновременно пытаясь отыскать след и не столкнуться со слонами. Бурчание в слоновьих животах раздавалось со всех сторон. Но стало быстро смеркаться, и мы поспешили обратно, чтобы быть возле машины до полной темноты. Возвращаясь, мы едва не налетели на слониху, которая лениво обдавала себя пылью прямо на дороге. Через несколько минут к ней присоединилось целое стадо слонов, и началась настоящая пыльная баня. Трудно было оторвать взгляд от этих гигантов, которые посыпали друг друга пылью. Судя по всему, они только что приняли прохладную ванну в болоте, потому что кожа у них была мокрая. Но все же нам нельзя было задерживаться. Мы торопились найти машину, чтобы ночь не застигла нас в зарослях. Инстинкт Локаля, я доверяла ему больше, чем себе, помог найти дорогу. Мы осторожно обошли слонов и, наконец, забрались в машину, как в надежную крепость. Через несколько дней мы снова угодили в слоновью засаду, возвращаясь домой после того, как проискали гепардов весь день напролет. Мы нашли три гепардовых следа и кучку свежего помета, но больше никаких признаков присутствия зверей не обнаружили. И снова на склоне дня пять слонов преградили нам дорогу. Я испробовала все обычные в таких случаях ухищрения, чтобы заставить их убраться с дороги. Заставляла мотор реветь как можно громче. Сама кричала изо всех сил. Но они преспокойно пощипывали веточки акации, словно в запасе у них была целая вечность. Что оставалось делать? Пришлось повернуть и добираться до дому в объезд. Дорога была не близкая, и домой мы приехали в полной темноте. В это время года слоны во множестве бродят по всему заповеднику, но как только начинаются дожди, они переходят на участки с песчаной почвой, там, где вода не так легко впитывается, им грозит опасность увязнуть. Каждый день мы сталкивались со слонами, и, право же, гораздо чаще, чем хотелось. Как-то утром мы шли по свежему следу трех гепардов, и недалеко от холма Мугвонга обнаружили слонец. Вся его поверхность так и искрилась на солнце. Это сверкали кристаллы соли, вымытые несколькими источниками, которые пробивались из-под земли и стекали вниз крохотными ручейками. Локаль тут же бросился собирать кристаллы и набил ими карманы.
Судя по многочисленным следам, они привлекали не только лакали, но и множество животных, которые приходили на этот солонец. Потом мы нашли райское местечко, каменистый бассейн, в который стекали ручейки. Просачиваясь через естественный фильтр под землей, вода падала в бассейн такими кристально чистыми струйками, что меня неодолимо потянуло искупаться. К несчастью, тоже пришло в голову слону, и он поспешил сюда напролом через заросли, ему не терпелось принять душ. Нам пришлось поскорее уносить ноги, и мы направились вслед за ручейком, пока он не спрятался в глубокой расселине. Ее каменистые склоны сплошь поросли деревьями и ползучими растениями, которые сплелись в непроницаемую завесу. И зной, и ослепительный свет солнца, заливавшего равнину, не могли сквозь нее пробиться. Мне вдруг почудилось, будто я вступила в святилище. Как ни странно, это прохладное убежище, которое так и манило укрыться от немилосердного полуденного солнца, казалось совершенно безжизненным. Лишь глухое уханье совы, обеспокоенной нашим вторжением, нарушало зачарованную тишину. Я вглядывалась в зеленый узор зарослей. Быть может, животные исчезли, почуяв леопарда, но не очень-то надеялась его обнаружить. Я хорошо знала, как мастерски умеет затаиваться этот хищник. Вскоре мы вышли на более открытое место. И тут заметили, что по направлению к солонцу гуськом движется стадо примерно в 20 слонов. А с ними, под прикрытием старших, поспешает несколько крохотных слонят. Удивительно, как малыши успевали за взрослыми, которые, судя по всему, торопились поскорее добраться до воды. Мы хорошо знали, как опасно оказаться на пути слоних с маленькими слонятами, и без промедления поспешили уйти в противоположную сторону. Снова начались пожары, и пламя с ужасающей скоростью проносилось по равнине, пожирая сухую траву. Конечно, это спутало все привычки животных, и нам никак не удавалось пройти по тем редким следам гепардов, которые попадались нам в последние дни. Лучше всего искать их было в двух местах — в болотах вокруг холма Мугвонга и в болотистой местности по границе территории племени Баран. Во время засухи здесь собирались почти все животные, в эти места перешли и гепарды. Я непрестанно волновалась за них, опасаясь, что им не удастся избежать столкновений с другими хищниками, особенно со львами, которых засуха заставила все чаще наведываться в болото. Однажды мы ехали к лавовому плато по берегу Мулики и прокололи шину. Механик из меня неважный, и, провозившись с неисправным домкратом, я попросила Лакали сбегать в контору заповедника. Может быть, там кто-нибудь сумеет его починить. Поиски гепардов приходилось отложить, и надолго. Раньше, чем через 3 часа, Лакаль не вернется. В его отсутствие я осматривала окрестности в бинокль и неожиданно увидела самку гепарда с детенышем. Ему было 4 месяца. Они шли со стороны лавового плато и спускались по скалистому гребню прямо к Мулике. И хотя до них было не меньше мили, выжженная земля выдавала их. Они были видны как на ладони. Я не рискнула одна, без Лакаля, отправиться пешком через лесистую равнину. Слишком часто в этих местах встречались буйволы и носороги. Но меня очень огорчило, что я не смогу увидеть поближе и узнать их. Тем более, что это вполне могла быть сомба. У нее как раз был бы детеныш такого возраста, если бы она понесла в то время, когда я видела ее в последний раз, 10 месяцев назад. Я почти не сомневалась, что это сомба. Она всегда любила эти места. К тому же ее братьев видели несколько раз в болотах на границе территории племени Баран. Вернулся Лакаль и принес домкрат. Но нам не удалось снять запасную шину. Что-то там заело. Поэтому все равно пришлось ехать в контору и отложить поиски гепардов. Мы подъехали к гаражу одновременно с грузовиком, на котором вернулись с контрольного маршрута егеря-заповедника. Они рассказали нам, что 10 минут назад видели самку гепарда с 2 взрослыми детенышами и готовы хоть сейчас показать ее нам. Я надеялась, что это тату с детьми, и решила заняться ими в первую очередь, тем более что сомба наверняка ушла далеко от тех мест, где я видела ее 2 часа назад.
Мы пошли за егерями и обнаружили след трех гепардов на полпути к лагерю Джорджа. Он вел к небольшому ручейку. Мы шли по следу почти до вечера, и, наконец, вдалеке мелькнул почти взрослый детеныш. Он удирал во все лопатки. Но уже почти стемнело, и поиски пришлось отложить. И хотя на другой день мы исходили огромную территорию, нам попался только старый знакомец, тот самый носорог, который в прошлом году обитал здесь рядом с нашими гепардами. Конечно, мы безмерно радовались тому, что удалось увидеть хотя бы два семейства гепардов, которые могли оказаться потомками Пиппы. Но поиски от этого значительно усложнились. Оба семейства держались на противоположных концах заповедника. С тех пор мы распределили день таким образом. С утра обыскивали болото возле лагеря Джорджа, а во второй половине дня — болото на границе территории племени Баран. Приходилось ездить из конца в конец. На все это уходили драгоценные часы. Чтобы сберечь время, мы старались проезжать основную часть пути в самую жару, когда все живое скрывалось в тени, и нам легче было сосредоточить внимание на поисках следов. Но много дней подряд мы нигде не могли найти следов гепардов и решили ограничиться поисками на болотах на границе территории племени Баран. Однажды мы целый день ходили по берегам Бесанади, если только можно назвать ходьбой непрерывное сражение с густейшими прибрежными зарослями. Мы пробирались, подчас на четвереньках, через чащу лиан, оплетавших колючие кусты, почти ничего не видя перед собой и прислушиваясь, чтобы не пропустить ни малейшего звука. Того и гляди, наткнешься на буйвола. Судя по следам, их тут было полным-полно. Как-то раз, пытаясь переправиться вброд через кишащую крокодилами реку, мы лишь в последний момент заметили, что из-под нависшего над заводью пальмового листа на нас глазеет гиппопотам. Видимо, и на него эта встреча произвела не меньшее впечатление. Громко отфыркиваясь, он снова ушел под воду. А чуть погодя, мы едва не налетели на жирафу. Она так увлеченно паслась, что не замечала нас, пока мы, затаив дыхание, стояли и не сводили с нее глаз. Потом, взглянув на нас сверху своими бархатными глазами, она мотнула могучей шеей и галопом унеслась прочь. Казалось бы, все животные живут в мире и покое. Но с каким ужасом мы обнаруживали почти у каждого водопоя настороженные или уже опустошенные ловушки и множество высохших ветвей, которые выдавали места на звериных тропах, где были скрыты ловушки. Локаль своим наметанным глазом сразу определил, что большинство ловушек предназначено для леопардов и гепардов. Племя Баран отлично знало цену их шкурам. Здесь густые заросли были только по берегам реки, а за ними простиралась идеальная для гепардов местность. Но ведь животным приходилось пробираться к реке, чтобы напиться. Других водопоев в этой обширной местности не было. При мысли о том, что браконьеры могут до смерти забить детей Пиппы, попавших в ловушку, а мы знали, что они прибегают к этому способу, чтобы не попортить шкуру копьями, меня охватывало отчаяние. Я решила обратиться к министру по туризму и охране природы с настоятельной просьбой возобновить переговоры с племенем Баран о присоединении этой территории к заповеднику Меру. Раньше подобные переговоры ни к чему не привели. При теперешних условиях племя Баран не только свободно занималось браконьерством, но и без всякого ограничения рубило пальмы рафии. Их листья шли на крыши хижин. А эти пальмы растут только по берегам рек. И если их вырубят, берега обнажатся, и реки пересохнут. Я говорила по этому поводу с директором заповедника, который был полностью согласен со мной. Он тоже надеялся, что моя просьба поможет спасти эти прекрасные места от полного опустошения. Несколько дней спустя мы шли по следу гепарда с детенышем, пересекавшему болото вблизи границы территории племени Баран. След привел нас к туше недавно убитого теленка водяного козла. Она была почти не тронута. Видимо, гепардов спугнуло наше приближение. Мы поспешили уйти в надежде, что гепарды вернутся.
Вскоре я наткнулась на кошечку сервала, дремавшую под кустом. Была как раз самая жара. Обнаружив, что ей некуда деваться, кошечка застыла, как изваяние, и волоском не повела, пока я не подошла к ней на несколько шагов. Только тут она сорвалась с места и удрала. Зато две львицы, отдыхавшие под кустом с тремя маленькими львятами, не могли похвастаться таким присутствием духа. При виде нас они тут же скользнули под соседние кусты и следили за нами из-под прикрытия. Тут Локаль меня удивил. Он предложил пойти посмотреть на львят, которые остались без присмотра. Это, без сомнения, заставило бы матерей немедленно начать действия, и отнюдь не дружественные. Так что мы пошли, но не вперед, а назад, отступая шаг за шагом и не сводя глаз с львиц, пока они скрылись из виду. Еще через полмили падальщики привели нас к мертвой конгоне. Антилопа сидела, подобрав ноги и вытянув голову. Туша была совершенно цела. Как ни старались стервятники, им не удалось прорвать шкуру, хотя, судя по всему, они делали попытки уже давно. Странная поза мертвой антилопы наводила на мысль, что животное пало внезапно, возможно, от укуса змеи. Время нашего пребывания в заповеднике истекало, и мне хотелось перед отъездом навестить могилу Эльсы. Хорошо, что мы договорились с администрацией заповедника, чтобы место сохранялось в тайне. Только мы до случайной егерской патруль навещали эти места. Но из-за этого колея, ведущая к могиле, так заросла, что даже мне, а уж я знала каждый метр этой дороги, еле удалось провести туда машину. Могила оказалась в ужасном состоянии. Три эуфорбии, которые мы посадили возле могилы, чтобы они напоминали о детях Эльсы, были вырваны с корнем. Цемент, скрепляющий камни, весь в трещинах, а живая изгородь вокруг могилы уничтожена. Следы поведали нам о том, что все это результат совместных усилий носорогов, слонов и браконьеров. К счастью, у меня было с собой достаточно цемента, чтобы заполнить трещины, а тем временем мужчины посадили эуфорбии и кусты живой изгороди. И все время, пока мы были заняты работой, мне казалось, что Эльса здесь, рядом. Я и так часто думаю о ней, но в ее лагере мной всегда вызывает это странное утешительное чувство. Я знаю, что все мои старания держать в порядке могилы Эльсы и Пиппы совершенно напрасны. Обе они обречены на разрушение, как только я умру. Но все же мне хочется их сохранить хотя бы до тех пор, пока я в силах следить за ними. И это несмотря на то, что я понимаю, неизмеримо важнее, чтобы Эльса и Пиппа остались жить не только в своих детях, но и в сердцах всех тех людей, а их миллионы, которым они помогли понять истинную природу и нрав диких животных. Однако на следующий день я узнала, что близок час, когда мне придется бросить обе могилы на произвол судьбы. Ранним утром нам встретился турист, который сообщил, что только сейчас видел гепарда с детенышем прямо на дороге. Мать отнеслась к нему очень дружелюбно и позволила фотографировать себя сколько угодно с близкого расстояния. Он описал то место на границе территории племени Баран, где мы недавно нашли следы гепарда с детенышем. Это они убили теленка водяного козла. Несколько часов мы разбирались в следах. Я стояла на капоте машины, осматривая заросли в бинокль, а Локаль рядом всматривался в нечеткие отпечатки лап. Вдруг он с громким воплем помчался к машине, и я увидела, как прямо на нас бежит слон. Он был уже в 15 ярдах. Мигом я соскочила с капота и тоже прыгнула в машину. Обе дверцы хлопнули одновременно. Шум напугал слона. Не добежав до нас несколько шагов, он круто повернул и скрылся, возмущенно трубя. Мы с Локалем переглянулись и принялись хохотать. Это была реакция после пережитого ужаса. Только теперь до нас дошло, что мы легко отделались. Если бы не хлопанье дверей, напугавшие слона, нам бы не сдобровать.
И тут же я обнаружила, что сильно повредила правое колено, когда прыгала с капота. Я превозмогла боль и заставила себя идти в надежде, что колено разработается. Должно быть, я ошиблась в выборе процедуры, потому что минуло почти полгода, прежде чем оно разработалось, хотя чем только его не лечили. Но так или иначе, я не могла позволить себе отдыхать в такое время и целый день бродила, опираясь только на собственную волю. Но ничего не увидела, кроме головы леопарда. Он взглянул на нас сквозь густую траву и мгновенно исчез. Зато на утро нам повезло. Мы нашли свежие следы гепарда с детенышем всего в миле от того места, где их видел вчерашний турист. Следы вели на равнину и там потерялись. Не обращая внимания на гнетущий зной, мы искали час-другой, двигаясь в ту сторону, куда, нам казалось, пошли гепарды. И тут вот уж истинное везение. Локаль опять напал на их след. Вскоре я заметила отдыхающего под деревом гепарда. И хотя до него было слишком далеко, и узнать его нельзя было даже в бинокль, решила, что это мать. Старательно прячась, мы подходили все ближе, но когда мы подошли, гепард уже скрылся. Мы подумали, что в такую жару ему далеко не уйти, и решили вернуться часам к 5, причем с той стороны, с которой гепард пришел в те места, где мы повстречали Уайти 10 месяцев назад. Колено у меня очень болело. Я еле ковыляла за локалем, а он пошел в обход и только через 2 часа привел меня обратно к тому месту, где я видела гепарда. К этому времени там набралось такое множество слонов, да еще со слонятами, что нам было уже не до поисков. Пришлось призвать на помощь весь опыт и охотничий инстинкт локаля, чтобы благополучно обойти стадо. Я была в отчаянии. Мне так хотелось узнать этого гепарда. Может быть, это была Уайти, что я позволила себе пробыть здесь лишний день, хотя давно пора было возвращаться в Наиваша. Подумать только, какая несправедливость. Почти 3 недели мы ходили по следам, видели 7 гепардов где-то вдалеке, а теперь, может, статься, мне придется воспользоваться случайной любительской фотографией, чтобы узнать хотя бы одного из детей Пиппы. Я заехала к туристу по дороге домой, и он любезно обещал прислать мне фотографии. Позже, получив их, я без труда узнала Уайти. С ней был детеныш, почти годовалый. Оба выглядели великолепно. Значит, в тот раз под деревьями мы видели Уайти. Учитывая возраст ее детеныша, я сообразила, что 10 месяцев назад она спрятала его от нас, когда мы повстречались. Тем более я оценила ее дружеское отношение к нам при этой встрече. Хотелось как можно полнее использовать наш последний день в заповеднике, и мы встали до рассвета. Ночью поднялся сильный ветер. Он раздул искры, затаившиеся на тлеющей земле, и теперь почти все равнины были охвачены огнем. Все же нам удалось добраться до болот на границе территории племени Баран, но путь на равнину, где мы оставили гепардов, был отрезан. Все затянул густой черный дым. Конечно, мы и не надеялись отыскать гепардов на прежнем месте. Теперь они, как и остальное зверье, разбежались кто куда. И пройдет много дней, прежде чем они возвратятся в родные места. Я смотрела на тучи птиц, спасавшихся от пламени. Они кружились вокруг нас в дикой тревоге. И думала о новорожденных конгоне и водяных козлах, о маленьких импала и газелях гранта, о жеребятах зебр, страусятах и крохотных львятах, которых мы встречали, блуждая по заповеднику, что станется с ними в этом огненном вихре? Не было решительно никакой надежды отыскать здесь наших гепардов, и мы поехали к болотам Мугвонга, но и здесь все пылало. По дороге домой я увидела черное облако дыма, поднимавшееся над лагерем Пиппы, и понеслась туда. Надо успеть уложиться, пока все наши пожитки не превратились в тлеющие угольки. Когда мы складывали палатки, птицы стали слетать вниз, будто ждали обычных подачек. Раньше они никогда не прилетали среди дня, и это доказательство их дружбы утешило и поддержало меня в трудный час.
А на сердце у меня было тяжело. Приходится уезжать, не повидав никого из детей Пиппы. И сколько бы я ни твердила себе, надо только радоваться, что они остались дикими зверями. Именно этому я посвятила все годы пребывания здесь. Но все же я так свыклась с гепардами, что оторваться от них вот так было нелегко, очень нелегко. Но утешительно было знать, что Уайти и Тату уже воспитали собственных детенышей, а Мбили, Сомба, Бигбо и Тайни находились в отличной форме, когда я видела их в последний раз. Мне оставалось только молить судьбу, чтобы все трое поскорее обзавелись собственными семействами и произвели на свет побольше новых маленьких Пип. Тогда моя Пиппа останется жить не только в своих детях, но и в каждом из гепардов, которым она открыла путь к освобождению от пожизненного плена. Только через 9 месяцев я сумела снова выбраться в Меру. К вечеру 16 июля 1971 года я подъехала к месту, где был раньше лагерь Пиппы. Локаль уже поджидал меня там. Новостей о Пиппиных детях у него не было, зато он сообщил мне, что теперь ему поручен новорожденный белый носорожек. Он один был свидетелем его рождения и с тех пор делил с матерью заботы о нем. Я вспомнила, что 6 белых носорогов около года бродила по заповеднику. А когда стало заметно, что одна из самых беременна, для нее построили большой загон из толстых бревен, чтобы обеспечить убежище на случай родов. Локаль рассказал, что примерно через 3 месяца после того, как он с женой начал пасти 2 самок, из которых одна была беременна, он заметил первые признаки приближающихся родов. В это время они находились примерно в 3 милях от главной конторы заповедника. Он сразу же послал жену за директором, а сам бросился отгонять 2-ю самку, которая ни с того ни с сего набросилась на роженицу. Та улеглась на землю, и через 30 минут на свет появился маленький носорог. К приезду директора все было кончено, и ему оставалось только приветствовать появление первой в Кении новорожденной самочки белого носорога. Это счастливое событие увенчало собой эксперимент, начатый 6 лет назад, когда в Кению доставили 3 пары белых носорогов для возможной акклиматизации и размножения этих редких животных на новом месте. Ранним утром Локаль с гордостью показал мне свою подопечную. Она как раз училась щипать травку. В этом нежном возрасте крохотный носорог, больше, чем взрослые животные, был похож на доисторическое чудовище. Я не могла отвести глаз от этого очаровательного существа. Я смотрела, как она чешет свой толстый задик о каменную стенку, должно быть, клещи допекли. Потом, следом за матерью и егерем, который сменил Локаля, она отправилась пастись на свободе, неторопливо двигаясь в сторону равнин. Когда я кончила снимать маленького носорога, мы с Локалем отправились на поиски Пиппиных детей. По давно заведенному обычаю Локаль уселся на капоте лендровера и искал следы, а я вела машину со скоростью катафалка и тоже высматривала гепардов. Если Локаль замечал хотя бы намек на след, дальше мы шли пешком. Однако в последний сезон дождей прошли такие неуемные ливни, что трава до сих пор стояла во весь рост, и подчас очень трудно было заметить отпечатки лап. Несмотря ни на что, мы упорно продолжали поиски. И частенько нам приходилось бродить пешком по тем местам, где машине ходу не было. Но нам казалось, что именно там мы наткнемся на наших гепардов. С рассвета до заката мы бродили по равнинам. Но за неделю увидели только 2 гепардов, которые промелькнули на дороге и скрылись в густых зарослях. Мы тут же поспешили по следу и часами ползали в тернистом лабиринте, пока вечерние сумерки не положили конец нашим блужданиям. Однажды, обшаривая каменистые берега речки, Локаль увидел высоко на дереве 2 носорожьих рога. Несомненно, их затащили туда браконьеры. Это было всего в 100 ярдов от большой дороги, где ежедневно проносились машины, полные туристов, и грузовики с патрулирующими егерями. Наверное, они спугнули браконьера.
и тот спрятал рога на дереве, а затем неизвестно почему не вернулся за своим драгоценным трофеем. Лакаль старательно хранил свою находку, чтобы вручить ее директору и заработать положенное вознаграждение. Теперь не оставалось никаких сомнений, что браконьеры орудуют в самом сердце заповедника, и меня грызло беспокойство за Сомбу, Тайни и Бигбоя, ведь в последний раз мы видели их на территории племени Баран, где также процветало браконьерство. Несколько дней подряд мы обшаривали берега речки Бисанади, но видели только несколько питонов в прозрачной воде, а следов гепарда все не было. Однажды, измученные жарой, проблуждав целое утро, мы присели позавтракать в тени прибрежных кустов. Лакаль срезал несколько листьев пальмы рассии и устроил мне ложе, а сам уселся рядом и принялся высматривать, не идет ли к водопою какое-нибудь животное. Мы только что шли по следу львицы с маленьким львенком. Должно быть, она переправилась на тот берег, потому что оттуда доносилось бормотание обезьянок-вервет. Обычно они ведут себя спокойно и поднимают шум, только если их потревожат. Затем все снова затихло. Только ропот воды и шорох пальмовых листьев над головой. Наконец-то я почувствовал себя в своем родном мире. И старый добрый Лакаль составлял неотъемлемую часть этого мира. Мы слишком хорошо знали друг друга, и в зарослях были абсолютно равны. Обоюдное доверие наше было безгранично, и мы всегда могли положиться один на другого. В последнее время Лакаль стал жаловаться на старость и даже размышлял об отставке. У него был крохотный участок за пределами заповедника. Там он держал несколько коз и выращивал урожай, которого хватало, чтобы прокормить семью. Он прожил в этих местах всю жизнь, и ему очень не хотелось бы расставаться со всем тем, к чему он привык, и что стало ему по-настоящему дорого. Однако его беспокоило невероятно быстрое развитие заповедника и те неизбежные последствия, которые оно влекло за собой. Последние дни мы ездили по отличным новым дорогам, проложенным к самым глухим уголкам заповедника. С них открывались великолепные виды на красивейшие ландшафты заповедника. Сразу же по приезде я была свидетелем совещания директора с архитектором. Они обсуждали последние детали нового дома для приезжих, к строительству которого приступали на следующей неделе. Одновременно в скале Леопарда устраивались несколько новых банда. В них предполагалось расселить более неприхотливых туристов. И в довершение намечалось устройство двух палаточных лагерей. Одного на месте Кенмера, другого южнее, на берегу реки Тана. На смену прежним ненадежным переправам пришли бетонные дамбы, а несколько участков по берегам рек расчистили специально для тех туристов, которые устраиваются самостоятельно. За годы, которые понадобились, чтобы заповедник так усовершенствовался, дичь здесь расплодилась всем на удивление. Меня, например, поразило, что скрытные малые куду теперь попадались на каждом шагу. А ведь еще год назад эта прелестнейшая антилопа встречалась только изредка, да и то в самых глухих уголках. С вводом новой гостиницы Меру с его непревзойденными по красоте пейзажами, удивительным разнообразием животного мира и неповторимыми ландшафтами станет бесспорно одним из главных национальных парков Кении. Я поделилась этими мыслями с Лакалем, которого мы с Джорджем знали вот уже 30 лет, и он ответил мне со своей обычной спокойной улыбкой. «Это очень хорошо. Зато от старого доброго времени здесь только и остались вы да я. Одни мы теперь старожилы». По-моему, он имел в виду Эльсу и Пиппу. Для него они были неотделимы от меня. Впрочем, для нас обоих они навсегда останутся неотъемлемой частью заповедника Меру. Меня очень тревожило, что мы так и не нашли детей Пиппы, хотя за последние 2 недели проехали свыше 2000 миль и ходили пешком часов по 8 в день, осматривая местность, где водилась подходящая для гепардов дичь. Здесь и земля была песчаная, а они всегда предпочитали ее высокому травостою, где могут затаиться другие хищники.
Наконец, до нас дошли слухи о двух гепардах, которых видели неподалеку от прежнего лагеря Джорджа. Говорили, будто более крупный из них совсем не боится людей, а маленький очень робок. Приехав на указанное место, мы увидели свежий след. Он вел к холму Мугвонга. Пришлось идти по следу пешком, выбора у нас не было, хотя дикие звери обычно разбегаются при виде идущего по равнине человека, в то время как машина кажется им безобидным существом. Мне оставалось только надеяться, что если взрослый гепард и в самом деле потомок Пиппы, быть может, он еще вспомнит меня. А если гепарды дикие, мы можем застать их врасплох во время полуденного сна и попытаться узнать, прежде чем они удерут. Мы молча шли по следу и вскоре смогли убедиться, что гепарды бегут со всех ног. Мне вовсе не хотелось отпугивать их от болот, где по вечерам собирались на водопой несметные стада животных. Поэтому мы решили прекратить поиски и вернулись туда на следующее утро. После 2 часов тщетных поисков, нам даже следы не попадались, я вдруг увидел, что из травы под маленьким кустиком на берегу болота выглянула голова гепарда. Потом высунулась еще одна, но тут же снова нырнула в укрытие. Я тихо-тихо повела лендровер прямо на глядящего в упор гепарда. Когда между нами оставалось не более 10 ярдов, выскочил маленький самец. На вид ему было 15 месяцев. И с рычанием умчался прочь, а мать все не трогала с места. Ни один дикий гепард не стал бы так себя вести, без сомнения, это была одна из дочерей Пиппы. Но которая? Об этом я могла судить только по пятнам у основания хвоста. Мы долго смотрели в глаза друг другу. Тем временем, осторожно пробираясь в траве, вернулся детеныш. Я сразу узнала малыша, которого турист сфотографировал вместе с Уайти 10 месяцев назад. Он, как 2 капли воды, был похож на Биг Боя. И я подумала, что это, возможно, его сын. Ну что ж, вполне вероятно. Последний раз, когда мы их видели, и Уайти, и Биг Бой бродили по границе территории племени Баран. Увидев, что мать нас совсем не боится, малыш уселся к ней поближе, но все же поглядывал на нас с подозрением. Я без конца фотографировала их, а потом они улегли с брюхом вверх и задремали в полуденном зное. Солнце переместилось. Мать решила отыскать местечко попрохладнее и перебралась под тенистый куст. Теперь я увидела пятна возле хвоста и окончательно убедилась, что это Уайти. Сын пошел за ней, но обошел нас сторонкой. Ему явно не нравилась наша близость. Когда оба улеглись, я подъехала поближе. Уайти отнеслась к этому спокойно. Более того, она даже прижала лапами сынишку, который чересчур нервничал в нашем присутствии. Мы с Локалем остались в кабине и переговаривались шепотом, чтобы не спугнуть малыша. Да и нужны ли нам были слова, чтобы передать, какая-то радость найти Уайти с таким славным малышом и видеть, что оба они так чудесно выглядят? Гепарды лежали, обняв друг друга лапами, и посматривали, нет ли поблизости опасного врага или подходящей добычи. Я обратила внимание, малыш настороженно оглядывался. Но Уайти ни разу не бросила взгляда в нашу сторону. Она словно знала, что отсюда ей ничто не угрожает, пока мы рядом. Так мы и провели эти жаркие часы в полной гармонии. Гепарды дремали, мы тоже отдыхали, насколько это было возможно в раскаленной машине. И я чувствовала себя наверху блаженства. Наконец-то я снова в своем мире. Пусть между мной и Локалем не было близкой дружбы, но в такие минуты, как эти, все условные преграды между нами исчезали, и мы оба чувствовали себя настолько близкими гепардом, насколько это вообще доступно человеку. Когда Уайти ласкала и вылизывала сына, она очень напоминала мне Пиппу. Теперь ей было 5 лет без 1 месяца, немного больше, чем Пиппе, когда она умерла. Уже 3,5 года Уайти жила самостоятельно. Я видела ее на сносях 31 месяц назад, в декабре 1969 года.
Я знала, что Пиппа разошлась со своими детьми, когда им было 17,5 месяцев. А охотиться самостоятельно они могли уже с 14 месяцев. Бросая их, она 6 недель как была беременна. Выходит, что сынишка Уайти принадлежал ко второму ее помету. С тех пор, как Уайти жила сама по себе, мы видели ее 2 раза возле холма Мугвонга, 2 раза на территории племени Баран и 1 раз возле 5 мили. Территория между указанными точками представляла собой треугольник со сторонами 10, 7,5 и 6 миль. Но я не знала, какими путями она проходила в эти точки. Быть может, ей приходилось покрывать и гораздо большие расстояния. Поэтому я затруднялась точно определить размеры ее охотничьих участков. К 5 часам жара спала. Гепарды стали зевать и потягиваться. Потом, обхватив друг друга, немного покатались по земле. В конце концов они поднялись и с сонным видом осмотрелись вокруг. Мне было очень интересно проверить память Уайти. Я дала ей воды в миске, из которой она пила 3,5 года назад. Уайти подошла и стала лакать, будто это было самое привычное для нее дело. Но малыш удрал, едва я вышла из машины. Потом я решила еще раз подвергнуть испытанию доверия Уайти и подошла, чтобы подлить сгущенного молока в миску с водой. Она только перестала лакать, пока я выливала молоко из банки, а потом снова принялась пить. Наконец мать напилась и отошла от миски. Тогда сын с величайшей осторожностью попробовал молоко. Нет, не понравилось. И ушел следом за матерью. Мы с Локалем переглянулись. Я сказала, что Уайти удивительно хорошо присматривает за своим детенышем. Она сумела уберечь его от львов и других напастей, хотя некому было научить ее спасаться от бед. Единственное объяснение этому, что у нее была исключительная мать, и она унаследовала от нее эти черты. Локаль выслушал меня, немного помолчал и сказал: «И у людей так. Если мать хорошая, то и дети будут хорошими родителями». Вечером я сидела возле могилы Пиппы и вспоминала прошедший день. Впервые за 1,5 года с тех пор, как мне пришлось покинуть Меру, я была по-настоящему счастлива. Хотя мы с Уайти не встречались 3,5 года, она отнеслась ко мне как к другу и сумела даже внушить свое доверие дикому детенышу. Может быть, оба гепарда чувствовали, как я их люблю, и поэтому мне доверяли. Я знаю, что сила любви объединяла всех нас, гепарда, плакали меня, хотя каждый из нас жил в своем, отличном от других, мире. Я была погружена в эти размышления, как вдруг среди мерцающих звезд заметила красный огонек, поднимающийся с горизонта в темную высоту ночного неба. Неужели это спутник совершает свой путь в космосе? Глядя вслед спутнику, скрывающемуся в облаках, я снова подумала о сегодняшнем дне и обо всех тех годах, которые мне довелось провести бок о бок с Эльсой и Пиппой. Еще 2 дня мы напрасно искали Уайти с сыном. Должно быть, их прогнали те львы, которых мы видели с добычей на болоте. Львиные морды еще хранили кровавые следы пиршества. С набитыми животами они отошли, когда я подъехала, чтобы посмотреть, чем они лакомились. Я нашла только голову взрослого орикса. Эта антилопа весит до 400 фунтов, и судя по тому, что поблизости не было следов других хищников, а стервятники только-только слетались, на долю каждого льва пришла 1/2 огромной туши. Но встреча с Уайти не уменьшила моей тревоги за судьбу Сомбы, Тайни и Бигбоя. 18 дней, которые я могла провести в Меру, подходили к концу. Мы снова стали искать на границе территории племени Баран. Я встретил туземца, который рассказал, что 2 недели назад видел здесь 2 гепардов. Получив от меня щедрый бакшиш, он указал это место. Оно находилось неподалеку от мест, где 18 месяцев назад мы оставили 3 наших гепардов. Нам все-таки удалось отыскать след этой пары под кустами, но он был слишком старый. Вскоре мы потеряли его и больше не видели гепардов. Послесловие.
В мой адрес подчас раздаются обвинения, будто в свои отношения с животными я вкладываю слишком много чувств. Из-за этого же мои наблюдения не вызывают доверия ученых. Я глубоко уважаю науку и очень часто сожалею о том, что не имею специального образования. Но я убедилась, что широкий взгляд на вещи нередко теряется из-за современной тенденции к узкой специализации. В исследованиях, связанных с изучением характера и повадок диких животных, сухие правила и строгая научная терминология могут, как мне кажется, не только ограничить кругозор наблюдателя, но и заставить его подгонять поведение животных под те законы, которым его учили. Между тем, на мой взгляд, нужно переосмыслить эти законы и постараться воспользоваться в своих выводах тем, чему могут научить исследователя сами животные. По-моему, невелика цена записям о чисто внешних признаках поведения животных, если мы не знаем, чем оно обусловлено. Чисто научный подход, который требует объективного проведения экспериментов, несомненно, дает весьма ценные статистические данные и общие сведения. Но все это не позволит нам глубже понять поведение дикого животного. Оно раскрывается только в общении с себе подобными. Поэтому и оказывается, что вполне понять их возможно только тогда, когда они приняли себя как равного. А это значит, что вы должны жить с ними рядом, делить с ними все радости и горести, и это, как неизбежное следствие, привязывает вас друг к другу. Я не стану повторять, какую радость испытываю от сознания, что завоевала доверие и любовь животных, которые позволили мне стать соучастницей их жизни, и сделали с моими верными друзьями. Хочу надеяться, что те, кто читал мои книги, вместе со мной узнали, как тонко чувствуют и как много понимают дикие животные. Может статься, читатели, как и я, откажутся понимать, почему с этими животными нужно обращаться так, словно они не способны чувствовать и любить. Я спрашиваю себя, почему бы при изучении животных не применить метод, который позволил бы нам узнать, каким образом они регулируют численность потомства, как общаются между собой, как устанавливают и соблюдают территориальные права. Отчего первобытный человек, чьи попытки выразить себя сохранились на скальных рисунках и примитивных скульптурах, выбрал моделью животных, вдохновляясь их образами? Почему высокоразвитые народы древности, такие как египтяне и ассирийцы, сделали животных воплощением своих божеств? Почему в наши дни люди держат дома любимых животных, даже в тех счастливых семьях, где нет причин для эмоционального голода? И чем объяснить, что трагедии, постигающие наших любимцев, так больно ранят нас самих? Почему первые игрушки, которые мы дарим нашим детям, — это звери? Неужели нужны еще доказательства, чтобы убедить нас в том, что мы нуждаемся в животных гораздо больше, чем они в нас, и что они могут дать нам что-то такое, чего сами мы не умеем добиться? Объективная научная методика может и должна лечь в основу изучения диких животных. Но умение читать и писать только лишь облегчает общение между людьми и никоим образом не является самоцелью. Точно так же никогда нельзя забывать, что большинство животных не менее сложные существа, чем мы с вами. И они раскроются до конца только тогда, когда мы будем помнить об этом и, соответственно, к ним относиться. Я пришла к заключению, что наблюдения любителя, конечно, достоверные, дают наилучший результат при изучении диких животных, если сочетать объективный метод с субъективным. И это особенно справедливо в тех случаях, когда речь идет о вымирающих видах. Совершенно необходимо стать соучастником их жизни. И тогда не исключено, что они сами могут показать нам возможный выход. Во всяком случае, так это произошло в истории Пиппы. Главное, что меня занимало, пока я жила бок о бок с ней 4,5 года, это вопрос, удастся ли мне вернуть ручного гепарда к жизни на свободе. Мне хотелось узнать, почему гепарды так плохо размножаются в неволе, и найти способ спасти этих великолепных животных от полного исчезновения.
Пиппа сумела ответить на все вопросы. Из домашней любимицы она превратилась в настоящего дикого гепарда и стала матерью диких детенышей. А произошло это потому, что ей дали возможность жить в естественных условиях. Я считаю, что гепардов можно спасти от вымирания, если дать им возможность два поколения подряд размножаться на воле. А чтобы обеспечить здоровое потомство, выбрать для них такое место обитания, где были бы и открытые пространства, и укромные уголки. Существует мнение, что многие виды можно спасти только при условии их разведения в зоопарках. В ответ могу заметить. Перемещать животных из их природного ареала в зоопарке, где они вынуждены приспосабливаться к неестественным условиям существования, только для того, чтобы потом снова привыкать к жизни на свободе, эксперимент, требующий огромных затрат времени и средств, а за успех его поручиться трудно. Лично я предлагаю сразу же перевозить животных в места, где они смогут жить полудикой жизнью, прежде чем приспособиться к новым условиям, приобретут иммунитет к местным заболеваниям и установят права на собственные территории. Как только они принесут потомство, надобность в людях-помощниках исчезнет, и последующие поколения вырастут дикими и будут размножаться на свободе, обеспечивая надежное воспроизводство вида. А чтобы предоставить достаточное пространство для размножения исчезающих видов в естественных условиях, нужно не только обратить особое внимание на охраняемые заповедные территории, но и значительно их расширить. Конец книги. Москва, август 1977 года. Редактор Серовский. Мала Репина.